Уже видела. Нет, что еще показывают? Интересно. Эй, мама! Мам! Эй, посмотри на меня! Очень красиво, зайка. Теперь дай маме посмотреть свои передачи. Бонжур, мои гурманчики. У меня есть для вас кое-что особенное. Это восхитительное блюдо, которое побалует ваши вкусовые рецепторы. Это всеми любимая закуска – шоколад. Только взгляните. Разве может быть что-то лучше? Великолепно. Мне знаком этот повар. Мама никогда не веселится. Мне это надоело. О, это помада? Внезапно все стало намного интереснее. Наверное, мне нельзя, но... Что может случиться? Я буду такой красивой, прямо как модель. Эй, Жасмин, ты должна увидеть это шоу. Жасмин? Выглядит хорошо и на вкус тоже неплохо. Хочу еще. Нет! А? Что происходит? Нет, не ешь это. А, это что-то новенькое. Подождите, мне нужно поправить мои великолепные усы. Я создам для вас особенное творение своими талантливыми руками. Разломаем шоколад на кусочки, затем положим его на ложку. Держим ложку над свечой, осторожно нагреваем, пока шоколад не расплавится. Это не займет много времени, вот и все. Свеча нам больше не нужна. Теперь перельем шоколад в тюбик для помады, предварительно очищенный. Наполняем до самого верха. Не пролейте. После этого остается дождаться, пока он застынет. Кажется, готово. У нас получилась съедобная помада. У меня снова получилось. Я дарю ее вам. Она точно вам понравится. Лови! Вау, это было потрясающе. Ух ты, этот повар, несомненно, изобретателен. Можно посмотреть? Секундочку. Ух ты, выглядит как помада. Устоять невозможно. Эй, мам, давай ее сюда. О, точно, конечно. Вау, такая помада мне нравится. Надеюсь, на вкус она так же хороша, как и на вид. Была не была? Вкусно. Я могу есть это весь день. О, чуть не забыла. Ты прекрасно выглядишь, милая. Я думала, конец будет счастливым. Что? Мам, история должна закончиться не так. Пора спать, зайка. Я хочу знать, что дальше. Извини, Жасмин, завтра дочитаем. Прошу прощения, тебе пора спать. Смотри, кто у меня есть. Я недовольна этой ситуацией. Остается только одно. Истерика! О, мои уши! Я хочу узнать конец! Ой, что я наделала? Мишка, прости. Ты закончила? Мишка, он ранен. Все в порядке, милая, я постараюсь его вылечить. Это может быть сложнее, чем я думала. О, нет, это немного пугает. С ним все будет в порядке? Я работаю над этим, попробуем еще раз. Подождите, придумала. Мишутку ждет преображение. Отсоединим руки и ноги. Туловище нам не пригодится. Но его нужно чем-то заменить. Надо подумать. Точно, мне понадобится эта подушка. Но я на ней сплю. Теперь это Мишкина. Поверь, я знаю, что я делаю. Берем клеевой пистолет. Наносим клей по центру подушки. Этого будет достаточно. Теперь берем голову Мишутки и приклеиваем ее к подушке. Затем то же самое сделаем с руками. И, наконец, ногами. О, выглядит уютно. О, Жасмин, взгляни на это. Мишутка будет с тобой каждую ночь. Ух ты, Мишка, ты вернулся. Обними меня, я так скучала. О, она такая очаровательная. Пора спать. Сладких снов, зайка. Посмотрим. Хорошо, держи, Пика. Не хочешь? О, но это полезно. А вот и самолетик летит. Идет на посадку. Правда? Не может быть. Какой ты упрямый. Неплохо. Попробуй, хорошо? Не двигайся. Бэ! Боже мой. А ну-ка, открой рот. Воу, что ты делаешь? Прекрати. Апчи! О, у вас большие проблемы, мистер. Да? Кто теперь главный?
Хорошо, у меня есть идея. Я его проучил. Эй, что это там такое? Опять эта противная овсянка. Давай. Гадость. О, не получается. Что мне делать? Бедняжке надо поесть. Минуточку. Вот оно, конечно. Видите эту ниточку вот здесь? Нужно прикрепить ее к кепке. Вот так. А теперь давайте попробуем. Я так просто не сдамся. О, мячик. Да, продолжай смотреть на него. Ага, вот так вот. Ммм, вкуснятина. Да, я сделал это. Можем продолжать. Правильно, открывай рот шире. Надо идти, здесь льет как из ведра. Ты в порядке? Тебе не холодно? Я думаю, немного прохладно. О. Тебе еще плохо, да? Вот, выпей сок. В нем витамин С. О, нет! Сейчас что-то будет! Я знаю, это произойдет. О, нет! Я падаю! Это было мощно! Прости! Фу! Фу, я не пролил сок. Но у нас нет света. Я проверю свой телефон. Ой, аккумулятор разрядился. Теперь у нас действительно проблемы. О, это не проблема. Держи, я все исправлю. Хорошо. Воу, телефон заряжается. Вау, это невероятно. Еще немного осталось. У меня есть идея. Подожди, не оставляй меня одного. Алекс! Я понял. Мне понадобится это. И это тоже. О, еще одна. Мне нужны все лампы, которые я могу найти. Эй, Пика, смотри. Сделаем это. Итак, лампы на месте. Пика, за работу. Да. Молодец! И еще кое-что. Теперь нужно и тебя зарядить. Его! Есть! Это мое! Нет, мое! Нет! Непослушные дети! Это был несчастный случай! Ага! Вы арестованы! Почему? Я ничего не сделала! Барби, нам нужно уходить отсюда. Я прокопаю наш выход. Медленно. А? Что это? Тут только плитка. Не получается. Подождите, я поняла. Мы уходим отсюда. Это точно. Активировать суперсилу. Ну же. О нет, такого я не ожидала. Эй, засунь голову обратно. Шевелись. Не волнуйся, Барби. Я найду другой выход. Вообще-то, бинго. Уходим отсюда. Что? Это шутка какая-то? Да уж, гадость. Ну и дела. Отвратительно. Не получилось. Что? Прошло всего 5 часов? Времени осталось еще много. Я больше так не могу. Загляни сюда, Сэви. Я сама это притащила. Молоток? А это что такое? Как построить крошечную тюрьму? Конечно! Теперь я знаю, что делать. Сначала мы построим камеру. Звучит достаточно просто. Но из каких материалов? Подождите, здесь полно металла. Теперь осталось его получить. А, почти. Есть! Идеально! Мне нужно больше. Так-то лучше. Начинаем строить камеру. Но теперь мне нужна стена. Нет ничего такого, что нельзя было бы исправить с помощью картона. Такой уродливый коричневый цвет. Этот цвет, конечно, скучный. Что скажешь, Барби? Посмотри на свой палец! Эй, взгляни. Это моя помада.
Розовый цвет – это всегда хороший выбор. Уже выглядит лучше. Только посмотрите на это. Идеально. Итак, что скажешь? Потрясающая камера получилась. Теперь мы обе в тюрьме. А что это за звук? О, боже, я обожаю мороженое. Фу. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Ванная? Вам нужна ванна. Я так наелся. Ауч! Что это было? Старый контейнер для мороженого или новая ванна? В любом случае, теперь это мое. Но контейнер такой простой, нужно его украсить. У меня есть браслеты. Они точно подойдут. Сейчас произойдет магия. Клей и немного терпения помогут украсить все, что угодно. Так, пора принимать ванну. Осторожно! А мы ничего не забыли? Подожди, нам нужна вода. И это тоже. Есть! Сейчас я все сделаю. Теперь губка пропитана водой. И нам еще понадобится мыло. О, и где же оно побывало? Я не хочу знать. А, она даже не заметит. Хорошо, у меня все готово. Пора принимать ванну. Сейчас. Ну как? Я уже чувствую себя чище. Для тебя все что угодно, моя принцесса. Ты так расслабилась и уснула. А это значит, тебе нужна кровать. Не волнуйся, все под контролем. Тебе нужно поспать. И одеяло, разумеется. Двухслойное. Сладких снов. А мне пора перекусить. Вкуснятина. Помоги! Сейчас. Такая гадость. Тебе нужна нормальная кровать. Я знаю, где такое найти. Нужно, чтобы тебе было удобно. Хорошо, что у меня много мусора. Пора заполнить коробку. Идеально. Надеюсь, ничего не выпадет. Последний штрих. Понадобится много клея. Вот так. Этого должно хватить. Готово. Теперь самое интересное. Зацени. Но это еще не все. Пора смастерить изголовье кровати. Мне этот цвет совсем не нравится. Хорошо, давай найдем другой вариант. О, как тебе? Нет. Кирпично-коричневый. Нет. Это все, что у меня есть. О, какой красивый узор. Получилось так здорово. Барби будет в восторге. Но что мне с этим делать? Я знаю. Оверну ленту вокруг кровати. Это прекрасно. Больше ты не будешь спать на полу. И никакие тараканы тебе не помешают. Сладких снов, дорогая. А? Только не это. Ого, жажда замучила. А теперь мне нужно в туалет. Воу. Дайте мне 10 минут. Может быть, 20. Какая гадость. Ну, подождите, тебе тоже нужен туалет. И у меня как раз есть то, что нам подойдет. Та-дам! Пора доставать краску. Унитаз должен быть белым. Я поставлю его сюда, и все готово. Ах, чуть не забыла. Взгляни. Класс. Ну, чего-то не хватает. А, фу! Лучше бы туда никто не заходил пока. Готово. Старая зубная нить? Он когда-нибудь перестанет бросаться в меня вещами? Но я этим воспользуюсь. Ваш туалет, мисс Барби? Теперь тебе будет намного удобнее. Веселись! Я оставлю тебя наедине. Мне здесь уже скучно. Я тебя услышала. Что она может почитать? Ух ты! За работу! Почти готова. Вот! Держи, Барби. Куда я дела свои очки? О, нашла! Слава богу! Эй, посмотрите на этот симпатичный набор. Но как его сделать? Подождите. Бинго! Шампунь? Ну уж нет. Мне нужно вырезать из бутылки часть. Вот так. Мы снова встретились, краска. Белый цвет – это всегда отличное решение. Но мне нужен красивый узор. А? Что происходит? Нет, не дайте ему утонуть! Каждый раз плачу. Грустный фильм, наверное.
Но мне же лучше. Эта салфетка не слишком мокрая. Лучше, чем ничего, правда? Вот. Надеюсь, она будет крепко держаться. Выглядит очень хорошо. Но нам все равно нужны полки. Нет ничего такого, что нельзя было бы исправить картоном. Класс! Мне нравится. Что это? Наконец-то у меня есть место для всех моих вещей. Как тебе? Но где же мне поправить макияж? Подожди, воспользуйся моим зеркалом. Можешь оставить его себе. Оно тебе идеально подходит. Хорошо, теперь туалетный столик. И я знаю, что нам нужно. Ты идешь со мной. Не могу достать. Все, что нужно, это немного горячего клея. И, конечно, несколько полок. Почти готово. Теперь ножки. Очень хорошо. Столик получился очень современный. Но где я буду сидеть? Столько требований. Упс, подожди. Есть идея. Хорошо, что я их не выбросила. Только мне бы не помешал клей. Но я знаю решение этой проблемы. Достаточно. Давай. Вот так. Стульчик готов. Как здорово. Я попробую. Вау. Отлично. И последние штрихи. Немного декора. А разве не здорово? Эй, это хорошая идея. Здесь можно вести отсчет. Мы почти свободны. Это специально для тебя, Барби. Класс. Тебе пригодится коврик. Никто не любит ходить по холодному полу. Даже если это просто туалетная бумага. Мило, правда? Совершенство. Отлично. О, нет, я не могу оставить это место пустым. Почему быть дизайнером это так сложно? Подождите. Спящая красавица считает овец, а это значит, что я могу взять вот это. Вот это да! Цветок идеально подходит. Помещение вышло очень уютным. Все сделано специально для тебя. О, да! У тебя даже свежие цветы есть и туалетный столик. Эта камера намного красивее моей. Жизнь хороша, детка. Я думаю, что нам пора уходить. А? Да вы что, издеваетесь? Прошло всего 5 минут? Что? Это землетрясение? Или просто нетерпеливый заключенный? Что за... Это что, такая модная камера? Я должен все проверить. Классная штука. Что за... Идем, Кен. Как тут красиво. Интерьер немного девчачий, но ничего. Это наш шанс. Давай выбираться отсюда. Оу, подожди. Оранжевый никогда мне не подходил. И тебе тоже. Пока, неудачник. Вернись, преступница! Возвращаемся на место преступления. Кассир! Эй, я вернулась. Что мне теперь делать? Полиция? Что же делать? Это платье. Где заключенная? Я этого не делала. От вас никакого толку. Я знаю, что она где-то здесь. Эй, не может быть. Что это за штука? Тут что-то не так. Как круто быть богатым. Мы можем купить лучшие вещи. Уф, это несправедливо. В смысле, посмотри на свою одежду. Она грязная и рваная. Мне бы хотелось купить тебе красивое платье. Это платье прекрасно, ты заслуживаешь его. Она просто хвастается. Я знаю, что делать. Я могу использовать свой свитер. Что ты делаешь? Мы притворимся, что не видели этого. У меня отличная идея. Я засуну куклу в рукав. Это не совсем то, что я представляла. Может быть, если я оберну его вокруг тебя? Нет, это выглядит еще хуже. Не получается. А? Подождите. Что это? Возможно, я могу использовать этот пакет. Да, это сработает. Пришло время для преображения. Я вырежу форму платья из пакета. Затем я положу его на свою куклу и завяжу посередине. Вау, это выглядит потрясающе. Ты должна ходить по подиуму. Ты такая гламурная. Ава, посмотри. Что? Ты что, шутишь? Этого не может быть. Это чрезвычайная ситуация. Вовремя. Это именно то, что мне нужно. Оно сделано из настоящего золота. Вау, тебе очень идет. Ты выглядишь как кинозвезда. Мне нравится. Эй, посмотри сюда.
Думаю, ты будешь завидовать. Вау, очень красиво. Нам нужно устроить вечеринку. Что? Нет, мы дружим только с элитой. Как хочешь. Как сложно. Такой большой выбор. Какие туфли тебе надеть? Они должны подходить к моим. Те? Нет. Тебе понадобится обувь. Тебе нравятся мои носки? Не обращай внимания на дырку. Как неловко. Надеюсь, никто этого не видел. Я ее быстро спрячу. Так лучше? Но нам все еще нужно подобрать тебе обувь. Я посмотрю здесь. Может, есть что-то, что мы можем использовать? О, пауки! Ой, как пыльно! Апчи! Мне нужно чаще убираться. Ну что же, можно начать прямо сейчас? Подождите секунду, я поняла. Я нарисую овал на салфетке и вырежу его. Я сделаю то же самое с салфетками других цветов. Получится очень ярко. Теперь я сложу их один на другой, вот так. Я приклею еще один кусочек сверху. Хорошо, примерь. Вау, они идеально подходят. Давай проверим их. Ты отлично выглядишь. Стильно и практично. Я хочу такую пару и для себя. Эй, Эва, посмотри на эти туфли. Я не могу решить. Что? Ого, они намного лучше этих. Есть хочу, есть хочу. У кого-то разыгрался аппетит. Держи, милый. Что это? Фу, я не буду это есть. Ты не слышала меня? Это не обсуждается, Мэтью. Это так несправедливо. Это жестокий мир. Что за? Успокойся. Это происходит во время каждого приема пищи. Секунду. Какое интересное объявление. И полезное. Я позвоню им. Алло, мне нужна ваша помощь. Отлично. До скорой встречи. А теперь я подожду. Ух ты, как быстро. Это решение всех моих проблем. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Я Энит, и я с удовольствием буду работать у вас няней. Я так счастлива быть здесь. Она кажется милой. Что происходит? Я Уэнсдей, и если честно, мне здесь не нравится. Проходите. Две няни? Что же, это не так уж плохо. О, Мэтью! О, посмотрите на него! Проснись! А? Уже утро? Я хочу спать! Пора вставать! Давай, Соня! Нет, оставь меня в покое! Ты ведь не оставишь меня в покое! Счастливо! Я все еще хочу спать! Уже лучше! Что это за запах? Меня сейчас вырвет! Тебе нужно почистить зубы! Немедленно! Я так не думаю. Что? Иди, я серьезно. Ты меня немного раздражаешь, ты знаешь это? Иди. Терпеть этого не могу. Невероятно. Я не хочу чистить зубы. Подождите. Шоколадная паста? Ты идешь со мной. Никого нет. Пора чистить зубы. Но я не буду брать зубную пасту. Отлично. Посмотрите на эту шоколадную вкуснятину. О, да. Как приятно. К этому можно привыкнуть. Это лучше, чем мятная зубная паста. Достаточно. Все готово. Пора уходить. Тебя долго не было. Давно ждешь? Это не то, о чем ты думаешь. Да. Покажи мне свои зубы. Это обязательно. Такая красивая улыбка, да? Это отвратительно. О чем ты думал? Есть только один выход. Это почистит твои зубы. Держи ее подальше от меня. Открывай рот шире. Стоп. Не та зубная щетка. Теперь не двигайся. Щекотно. Отлично. Вау, какая ослепительная улыбка. Ух ты, они сверкают. Почему ты все еще здесь? Убирайся. Как скажешь. Почему я все должна делать? Я уверена, что кемпинг находится где-то поблизости. Подождите, карта была перевернута? Эй, думаю, у меня будет красивый загар. В смысле, вот же огромная красная метка. Найти ее бывает очень сложно. Серьезно? Дай мне минутку.
Часы могут помочь мне составить правильный маршрут. Оу, да, я знаю. Давай устроим привал. Мне нужно снять рюкзак. Вау, какой он тяжелый. Так гораздо лучше. Я всегда путешествую налегке. Нужно расстелить покрывало. Как интересно. Здесь так здорово. Я, моя дочь и матушка природа. Нам еще многое предстоит сделать. Нужно где-то сидеть. К счастью, у меня есть раскладной стул. Я никогда не выхожу из дома без него. Это так удобно. А, так намного лучше. Вот это жизнь. Может, присоединишься? Вау. Хорошая идея, мам. Я возьму свой стул. А, вот он. Нужно только потянуть за это. Что? Это было просто. What? Мне нравится. Круто, да? Ты в порядке, мама? Что-то я проголодалась. Мне нужно что-нибудь поесть. И побыстрее. Как насчет хот-догов? Это идеальная походная закуска. Мне нравится эта идея. Я разожгу костер. Хорошо, что я взяла с собой спички. Или лучше следовать правилам старой школы. Да, раз уж мы на природе, действовать нужно соответствующе. Я видела такое в кино. Насколько это сложно? Подождите. Почти получилось. Чуть-чуть осталось. Не торопись, я пока все подготовлю. Вау, какие аппетитные помидоры. Скорее бы их попробовать. Ты любишь яйца? Неважно, я тебя удивлю. У нас будет пир на весь мир. Как дела, мам? Костер уже горит? Пока еще нет. А можно побыстрее? У меня уже в животе урчит. Может быть, я могу что-то сделать? Нужно подумать. Я поняла. Я достану кое-что из рюкзака. Вот и оно. Я спасу нас. Что это за штука? Сейчас я тебя удивлю. Я разобью яйцо вот сюда. Осторожнее, я не хочу, чтобы туда попала скорлупа. Теперь я возьму одну сосиску и засуну ее в этот гаджет. Остается только немного подождать. Посмотрим. Тебе понравится, поверь мне. Итак, пора доставать сосиску. Смотри, хот-дог в яичном рулете. Вау, до чего дошел прогресс. Давай поедим. Вкуснятина. Очень вкусно. Ты должна дать мне рецепт. Ты же взяла палатку, да? А-оу. Я ненадолго, милая. Мне нужно заехать в офис. Но я скоро вернусь. Да. Я буду скучать по тебе. Ew. Мама любит тебя. Мэ. Пока, зайчик. Пока, мам. Я думала, что она никогда не уйдет. Это будет потрясающе. Я могу есть чипсы сколько угодно. И начну прямо сейчас. Я буду наслаждаться этим. Хрустит. Я всегда прячу конфеты. Мама даже не подозревает о них. Никогда не знаешь, когда тебе это понадобится. Так вкусно. Я могу есть это целый день. А я думала, куда же их засунула. О, да. Мне нравится. Я хочу еще. Хочу больше вкусняшек. Мне все равно, какими они будут. Я их съем. Я в раю. Это потрясающе. Впереди еще много интересного. Маршмеллоу. Ура! Они такие мягкие и воздушные. Я их обожаю. Да, да. Хорошо, что все закончилось. Где мои ключи? Джина мне откроет. Оу, мама вернулась. Мне конец. Мама будет очень сердиться. Джина, ты там? Открой дверь. Мне точно конец. Эй, открой. Подождите-ка. Мой слайм. Это решит все проблемы. Что бы я без тебя делала? Ну же, у меня мало времени. Джина, что там происходит? Скорее. Мне кажется, он делает это специально. Напряжение растет. Хорошо, это должно помочь. Пора навести здесь порядок. Осталось только убрать здесь все крошки. А слайм с этим отлично справится. Пау, все исчезло. Как по волшебству. Нужно действовать быстро. Кажется, это все. Я теперь снова хочу есть. Соберись, Джина. Иду, мама. Эй, ты уже дома? Что ты делала? Я звонила в дверной звонок. Прости, я училась. Ох уж эта математика. Оу, хорошо. Вау, посмотрите на это. Здесь чище, чем было. Да, я решила сделать уборку. Вау, спасибо. Может, мне стоит почаще уходить? Я удивлена, Джина. Большое спасибо. Подождите. О, мне пора. Джина!
Воспитание детей – дело непростое. И именно поэтому мы придумали замечательные лайфхаки, которые вам помогут. Что вам больше всего понравилось? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить больше отличных роликов. Наконец-то время обеда. Да уж, я тоже проголодалась. Какой замечательный йогурт. Мой обед где-то здесь. О, апельсин. Выглядит таким сочным. Надо очистить. Сейчас. Ничего не выходит. Вау, какая толстая кожура. Ну уже, это начинает раздражать. Просто прокушу ее. Как противно. Нужно промыть рот. Упс. Ау. Прямое попадание. Ну, теперь тебе достанется. О, минутку. Вот, держи еще апельсин. Нет уж, хватит с меня фруктов. Окей, как хочешь. Погоди, у меня есть идея. Используем ручку ложки, чтобы отделить мякоть от кожуры. Делаем вот так, а затем снимаем кожуру. Разве не круто? Вот, пожалуйста. Невероятно! Вау! Наконец-то! Просто супер! Спасибо! Какой отличный способ провести день! Лекси, здесь так здорово! Давай, ты тоже иди сюда! Конечно, вот только доем вкусняшки! Что? Да ладно, там еще тонна чипсов осталось! Иди сюда! Нет, не могу оторваться, они слишком классные! Лекси, ну что же ты? Вода такая приятная! Просто блаженство! Пора поплавать! О, ты шутишь? Ну же, так ты до завтра не соберешься. Ты права, уже иду. Но постой, мои чипсы! Ныряй в бассейн, сейчас же! Окей, окей, иду. Подожди меня, спущусь по лесенке. Отлично, получилось, я в бассейне. Только вот, надо чипсы доесть. Полезайте в рот. О, нет, одна чипсина упала в воду. Лекси, не смеши меня. Гляди, вот что тебе нужно. Видишь, у меня есть такой поплавок для напитка. О, вау, это очень круто и очень мило. У меня тоже есть идея. Хорошо, берем пластиковый стаканчик и тарелку. Теперь можно налить в стакан газировку. Разве можно есть чипсы без холодной колы? Вот так, пока достаточно. Время добавить чипсы. И, конечно, нужна соломинка. Та-дам! Пора вернуться в бассейн. А вот и я. Гляди, Лиззи, я придумала новый способ есть свои вкусняшки. Вау, неплохо. Очень впечатляет. А, у меня закончилась газировка. Как не кстати. Что ж, ладно, попью из бассейна. Бассейн – это так здорово. Обожаю лето. Пика, пика. Ю-ху. Пика, пика, пика. Ладно, мне нужно перекусить. Где мои вкусняшки? О, здорово, потрясающе. Отлично. Хочется чего-то сладкого. О, пика, пора перекусить. Совершенство. О, хочешь? Эй, тс, там учитель. Учитель? Тот парень? Ура, дай мне одну. Пика, пика. Ты голоден, да? Оу, что случилось? Пика, 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 пика. Вау. О, нет, так грустно. Эй, потише там, а теперь сосредоточьтесь. Упс, извините, сэр. Теперь слушайте внимательно. Хорошо, давай попробуем съесть вот это. А? Пика! Я так не думаю. Вы, мальчики, не слушаете меня. Извините. Есть на уроке запрещено. Приступайте к работе. Вот черт! Зато у меня остался леденец. Все не так плохо. О, где ты это взял? О, спасибо. Вау, он розовый. Вау, я его уронил. О, нет. Пика! О, как ты мог так поступить? О, боже! Пика!
Подождите, шоколад! Это мое спасение! Ага, слышите? Внутренний контейнер поможет сохранить леденец целым, но я хочу сделать его интересным. Та-да! Идеально! Да! Это я? Нет! Оу! Не волнуйся, Пика! Он защищен! Пика, Пика! Оу, ура! Спасибо! Теперь все в порядке! Оу! До встречи, учитель! Ох! Ну ладно, урок окончен. Ты вся сверкаешь. А какие длинные локоны. Но, может быть, с короткой стрижкой тебе будет лучше? Давай попробуем. У меня есть машинка. О, нет! Фу. О, нет! Что я наделала? Я хотела, чтобы стрижка была короткой, но не такой. Все пропало. Вот облом. Если только... Я могу сделать новые волосы. Наконец-то все наладилось. 3D-ручка способна творить чудеса. Выглядят как настоящие волосы. Светлые кудрявые локоны. Они идеальны. Получилось очень здорово. Потрясающее преображение. Вау! Чуть не забыла. Нам нужно выложить новые фотографии. Сэр! Прекрасно! Сколько лайков! Смотри! Вау, ты популярна! Вау! Обожаю гулять в парке! Да, сегодня отличный день для отдыха на природе. Окей, ты была паинькой. Вот тебе награда. Да, леденец на палочке. Такой классный. Я пошла играть. Хорошо, но будь осторожнее. Чем бы мне заняться? Ай, пчела, улетай. О, нет. Она хочет мой леденец. Отстань, он мой. Это не для пчелы, это для Лизи. Пчела за мной гонится! Помогите! Пошла прочь, мерзкая пчела! Кия! Сейчас получишь у меня, пчела! Бежать! Я так устала! Пчелы быстро летают, но я бегаю быстрее! Ай! Мой палец! Привет! Ай! Мам! О, мой бедный ангелочек! Мам, у меня в пальце заноза! Не бойся, мы ее вытащим. А, нет, не трогай, мне больно. Хорошо, постой, посмотрим, что у нас тут. Вот так, эта обертка не поможет, а еще есть монетки. Что же делать? Ха, секундочку, монеты. Дорогая, не двигайся, готова. Что, занозы нет? Куда она делась? Я ее уже вынула, смотри. Ура! Спасибо, мам! Ты лучшая! Опять пчела! Спасайся, кто может! Гигантский маршмеллоу! Нет, не ешь меня! Нет, прекрати! Это не дело! Ему нужен уютный маленький приятель. Это поможет тебе уснуть. Закутаем тебя как следует. Постой-ка! Это лучше. Он сделал что? Не может быть! О, я видел этот фильм, такой страшный. А, стакан, он полный. Это так странно. Вау, фрукты. Что-то здесь не так. Спасибо, робо-няня. Ты супер. О нет, о нет. Еле добежал. Фу. Фу. Как хорошо. Упс, кажется, у нас проблема. За что мне все это? О, спасибо, загадочная рука. Постой. Привет, у тебя классно выходит. Можешь не торопиться? О, это что-то новенькое. Привет. Что это было? Давай поиграем. Молли, спаси меня! Что здесь происходит? У меня под кроватью монстр. Монстр? Неужели? Сейчас я с ним разберусь. Будь осторожна, он очень страшный.
О, нет, нет, отпусти! Мамочка, пожалуйста, нет! Все, в порядке. Не о чем волноваться. Я сейчас вернусь. Больше он тебя пугать не будет. Никогда. А теперь самое время поспать. Сон полезен для красоты. Доброй ночи. Воу, обожаю эту игру. Эй, хочешь поиграть? Можешь взять куклу. Я сейчас занят, детка. Ну что ж, ты многое пропускаешь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ай, моя нога, как больно. Что это было? Лего. Ну, конечно. Ты чего раздражает? Джареду нужно чаще делать уборку. А? Я застряла. В чем дело? О, нет, мне это не нравится. Свежая краска. Ну, что это значит? Мое платье испорчено. Так нечестно. Эй, нельзя ли потише? Уверен, все будет в порядке. Ай! Мне реально больно. Моя рука! Кто поставил здесь кактус? Ай, моя голова! Да что же происходит? Нет, не надо, нет! Серьезно? Можно мне хоть пару минут отдохнуть? В глазах все двоится. Пожалуй, нужно что-то сделать. К счастью, у меня есть пластырь. Я так мечтала о спокойном отдыхе. Не шевелись. Вот так. Готово. Вау, спасибо. Не за что. Окей, вернемся к игре. Мне просто нет равных. Разве ты не должен за мной присматривать? Кажется, у меня шишка. Джаред. А, ладно. Давай сюда куклу. Привет, я глупая кукла. Да. Уборка так расслабляет. Молли, Молли, давай поиграем в прятки. Попробуй, найди меня. Начинай считать. Хорошо, что я умею делать много всего сразу. Нужно найти хорошее место, я знаю, за диваном. Она никогда не найдет меня здесь. Я прячусь лучше всех. Сколько здесь пыли. А, он и впрямь старается. Где же ты? Может, он вот здесь? О, нужно сменить место. Это дает мне время прибраться. Я такой хитрый. Где он прячется? Это отличный тайник. Вау, бугры какие-то. Она не догадалась. Она ушла, пора сменить место. Куда бы теперь спрятаться? Ага, то, что надо. Его нигде нет. Он такой хороший мальчик. Эй, где же ты? Нужно полить цветок. Эй, я уже принимал душ. Вот так, хорошо. Пора отдохнуть. Теперь везде прибрано. Но я так и не нашла его. Ага, вот я где. Это было так весело. Я был за цветком. Ах, вот это жизнь. Эй, Джаред, давай сыграем в прятки, пожалуйста. Нет, иди отсюда. Ты такой вредный. Ты должен играть со мной. Окей, иди спрячься где-нибудь. Так, думай, где бы спрятаться? Смотрится неплохо. Пожалуй, нет. О, вот здесь. Так гораздо лучше. А теперь подождем. Я реально должен это делать. Ладно, я иду искать. Где ты прячешься? Посижу здесь. Он так близко. Она думает, я настолько тупой? А? Он только что кинул мою куклу. О, вот ты где. Давай еще раз. Раз, два. Надо подумать. О, забыла слить. О, корзина для белья. Это суперское место. Нужно сидеть очень тихо. Это так скучно. И как ей самой не надоест? Я его слышу. Тебе нужно лучше прятаться. Как он меня нашел? Эй, я думала, что тут меня не найти. Что сказать? У меня талант. Эй, моя очередь. Ты ищешь меня. Окей, хорошо. Удачи.
Я готова. Джаред, где же он? О, есть идея. Может быть, он за диваном? О, надо хорошенько подумать. Где он может быть? Ну, конечно! Здесь нет. Надо еще подумать. Вау, он умеет прятаться. Джаред! Освежает. Молли! Хорошо, ее тут нет. Нужно перекусить. Именно то, что мне нужно. Иди сюда. Вот это да, какая роскошь. А что это было? Наверное, показалось. Куда делись конфеты? О! Ты знаешь правила. Никаких конфет. Уберу это подальше. Не пойдет. О, я знаю. Возьму что-нибудь из холодильника. Эта банка майонеза подойдет. Надо вылить весь майонез. Вот так, отлично. Теперь нужен баллончик с белой краской. Смотрится неплохо. Наполним бутылку конфетами. Здесь он точно искать не будет. Он ненавидит майонез. Прекрасно, закроем крышкой. Это обман, но ничего не поделаешь. Идеально, теперь конфеты в безопасности. Ну, это она так думает. А? Банка для конфет. Она пустая. Они должны быть где-то рядом. Ага. Холодильник. Я знаю, вы близко. Что это, майонез? Какая гадость. Конфет нигде не видно. Кажется, придется есть фрукты. Скукота. После видеоигр хочется подкрепиться. О, это очень кстати. И все? Больше ничего нет? Должна же тут быть какая-то еда. А здесь что? О, конфеты. Совсем другое дело. Насладимся по полной. Обожаю конфеты. Это все мое. Это что, конфеты? Дай мне. Что? Откуда ты взялась? Нет, они мои. Разве не знаешь, нужно делиться. Ну, можно мне немножко? Прошу. Ладно, только отстань от меня. Все, больше не дам. Серьезно? Ну ты и жадина. Вот, довольна? Вау, спасибо! Может, теперь успокоиться? А можно мне еще? Ты меня достала. Вот, и больше не проси, окей? Вкуснотища! Весь день готов их есть. Намного круче овощей. Как здорово! Просто супер! Ах, я так наелся! Кажется, я слишком увлекся. О, конфеты закончились. Нужно еще. Точно, пошли. Где твоя мама прячет остальные сладости? Может быть, тут? Должно же быть что-то еще. Здесь тоже ничего. Похоже, ничего нет. Что это? Джаред, гляди! А, ну разумеется. Это явно тайник для конфет. Ага. Посмотрим, что там. Это так прикольно. Вау. Удача. Я так и знала. Пока-пока. Эй, куда же ты? Нет ничего лучше, чем провести день в спа-салоне. Так приятно побаловать себя. Ты понимаешь, о чем я. Я с нетерпением жду этого. Ах, золотая маска для лица. Лучше не бывает. Не забудьте о моей кукле. Ее жизнь не так прекрасна, как кажется. Она заслуживает самого лучшего. Это ванна для ног? Я так много ходила сегодня. Все эти покупки. О, да. Как тепло. Золото отлично убирает мешки под глазами. Не то, что они у меня есть, конечно. Я чувствую себя такой гламурной. Этот спа-центр просто великолепен. А значит, я могу помыть ноги. Вот это жизнь, да? Мы оставим это на обед. Что произошло? Ух ты! Вечеринка в стиле Барби. Вот и все. Мы наконец-то смогли. Все лучшие куклы там будут. Нам нужно выбрать наряд. Мне нравится эта часть. Показ мод. Ну что, тебе что-то приглянулось? Нет, нет. Когда я это покупала? О, это провал. О, я готова. Что скажешь? Только честно.
Вау, ты выглядишь потрясающе. Подождите, будет вечеринка для Барби? Наше приглашение, видимо, где-то потерялось. Пс, иди сюда. Мы точно можем пойти на вечеринку. Эй, можно нам пойти с вами? Пожалуйста, пожалуйста. Я лучше спрошу у Бетти. Бетти, послушай, они хотят пойти с нами на вечеринку. Правда? Они? В смысле, думаю, что это возможно. Мой человек говорит, что все в порядке. Йо-хо, спасибо. Это так здорово. Но это не годится. Мы должны поддерживать свою репутацию. Я имею в виду ваши наряды. А, должно же быть что-то, что можно сделать. Подождите, я поняла. Этот шарик решит все проблемы. Приступаем к работе. Подождите, вот оно. Что скажете? Это шикарно, весело и говорит о том, что я готова идти на вечеринку. Вау, мне нравится. У меня есть сумка, которая подойдет к этому наряду. Подождите, кажется, моя собака ее пожевала. Ах, моя любимая сумочка. Сделаем вид, что ничего не было. Это можно выбросить. Все нормально. Но тебе кое-что понадобится. К счастью, у меня есть блестящий картон. Я проведу на нем линии. Теперь я сделаю загиб. И затем я могу сложить картон. Я сделаю еще одну складку прямо здесь. То же самое я сделаю с противоположной стороны. Я сложу углы. Хочу сделать маленькие треугольники. Вот так. Теперь нужно согнуть боковые стороны. Треугольники будут здесь. И я снова делаю складку. Это похоже на оригами. Только я не буду делать птицу. Все складки готовы. Можно приступить к сборке сумки. Я буду загибать углы внутрь и согну верхнюю часть. И тут начинается самое сложное. Нужно защипнуть бока и протолкнуть их в середину. Отлично. Затем нужно сложить эту деталь как конверт. Я сделаю заслонку здесь. И это вся маленькая симпатичная сумка. Но ее нужно как-то дополнить. О, я могу добавить цепочку. Из нее получится отличный ремешок. Это идеальный вариант. Как раз то, что нужно моей кукле. Скорее бы показать ее всем. Это идеальный аксессуар. Она очень подходит к твоему платью. Хорошо выглядишь, дорогая. Что скажешь? Значит, вот так, да? Я могу с этим посоперничать. Просто подожди. У меня есть... А, стоп! Это коробка из-под обуви? Да какая разница? Я способна на все. Мне нужно ее переделать. Я покрою коробку черной краской и подожду, пока она высохнет. Теперь мне понадобится золотая краска. Я нанесу ее на верхнюю часть коробки. Я хочу сделать узор. Нечто уникальное. Драгоценных камней много не бывает. Прекрасно. Я хочу, чтобы сумочка была элегантной. Ну и необычной тоже. Достаточно. Она выглядит великолепно. Я заберу обувь. Я нанизала металлический шарик на золотую нитку. Я сделаю отверстие в верхней части коробки и протяну нитку через отверстие. Не хватает только денег. Замечательно. Смотрите скорее. Это то, о чем мечтает каждая кукла. Вот, держи. Вау, это прекрасно. Ты так хорошо меня знаешь. Я думаю, мы готовы. Давайте веселиться. Фух, ну и денек выдался. И не говори. А? Что это? Это подарок от Кена. Он такой заботливый. И романтичный. Это мой парень. Что ты сказала? Хочешь драться, а? Пау, получай. Держись подальше от Кена. Прекратите. Наверное, ты права. Это точно для нас. О, нет, для нас. Это... Неважно. Я хочу открыть коробку. Тогда мы узнаем, для кого предназначен подарок. Вау, посмотрите на это. Это великолепно. У Кена самый лучший вкус. Я же говорила, что это для нас. Как будто мне не все равно. Давай, попробуй. Оно выглядит очень удобным. О боже, я всегда хотела, чтобы у меня был трон. Кен всегда говорит, что я его королева. Видимо, он действительно это имел в виду. Садись. О, подожди. Тебе это понадобится. Это станет завершающим штрихом. Выглядишь потрясающе. Я должна запечатлеть этот момент. У меня есть идеальный фон. Давай. Улыбнись. Модные журналы будут просто без ума от этого. Камера любит тебя. Ты отлично выглядишь. Что ты делаешь? Я создаю волшебство. Отлично, не меняй позу. У меня нет на это времени. Вау, потрясающе. Да, я знаю. Вау, просто вау. Секунду, вот куда делась соломинка. Я искала ее, она мне пригодится. Я нанесу клей вдоль боковой стороны соломинки.
Я оставлю небольшой участок свободным. Затем я прикреплю к ней еще одну соломинку. Я буду продолжать делать то же самое, пока не получу что-то наподобие этого. Отлично. Я склею две соломинки вместе, вот так. Теперь мне нужна еще одна. Это будет рамка. Сверху я прикреплю другие соломинки. И получается отличный шезлонг. Мне он очень нравится. Скорее бы показать его моей кукле. Она будет в восторге. Это как раз то, что ей нужно. Ей не помешает отдохнуть. Я очень довольна. О, боже! А, как здорово! Юху! О, нужно это запечатлеть. Во мне полно энергии. Выше, выше! Вау! О, нет! Что я наделала? Кресло! Оно сломано! Я бы могла смотреть на это весь день. Перестань смеяться. Поверить не могу. Вау, новая кукла. Интересно, как она будет выглядеть? Давайте узнаем. Вау, так футуристично. Но ей нужна ванна. Я окуну ее в воду. Надеюсь, она достаточно теплая. А теперь происходит волшебство. Вода меняет цвет. Я что-то вижу. Думаю, она готова. Какое преображение. Ты прекрасна. Давай я приведу в порядок твои волосы. Вау, так гламурно. Мне нравятся эти цвета. Я бы хотела, чтобы у меня были такие волосы. Ей так повезло. Жизнь так жестока. Почему ты плачешь? Я хочу куклу. Ах, ты такая капризная. Вот, держи. Вау, сегодня мой счастливый день. Секунду. Ах, да, совсем забыла. Вот. Лови. Это немного странно, но я не жалуюсь. Это так весело! Я здорово провожу время. Готово? Поехали! Быстрее! Жми на газ! Я только начала. Я люблю скорость. Бип-бип. Что здесь происходит? А, кажется, я проглотила жука. А у них есть водительские права? О, нет! Горшок для растений. Посмотрите, что вы сделали. У вас большие проблемы. Вам нужно будет все здесь убрать. Мы не шутим. А, это не так уж и сложно. Вы ведете себя совершенно неразумно. Дай сюда щетку. А, тяжелая. Мне бы не помешала помощь. Да ладно, и что мне делать? Есть предложение. Это не сработает. Вместо этого мы пропылесосим. Вперед! Это просто смешно. Приступай к работе. Я думаю, он сломан. Я уже это слышала. Ну, чего же ты ждешь? Не смотри на меня так. Нужно придумать что-то другое. Подождите. Кажется, я поняла. Мне понадобится эта кисточка. Она подойдет. Кисточка очень приятная и мягкая. Это нужно убрать. Это было просто. Я вырежу кусок картона и приклею его к кисти. То же самое я сделаю и с другой стороны. Теперь мне нужна тонкая палочка от леденца. Я оберну ее в голубой картон. Нужно, чтобы он плотно прилегал. Вот так. Я закреплю его скотчем. Я сделаю это сверху и снизу. Теперь можно прикрепить кисть. Отлично. Но мне нужно что-то, чтобы собирать мусор. У меня есть оранжевый картон. Я вырежу из него две детали. Я нанесу клей по краю большей части. И приклею к нему меньшую. Совку нужна ручка. Для этого я тоже использую палочку от леденца. Теперь можно склеить обе части. Вот и все. Пора приступать к уборке. Правда? Это и есть твое великое изобретение? Ты будешь удивлена. Я ничего не делаю руками, а предпочитаю использовать гаджеты. Например, такой мини-пылесос. Он такой милый. С ним делать уборку очень просто. Вау, впечатляет. И он мой. Держи, приступай к работе. Это несправедливо. Я даже не была за рулем. Я хочу, чтобы все здесь сверкало. Бла-бла-бла. Вот, держи. Боже, спасибо. Пора с этим заканчивать. Не могу поверить, что ты заставляешь меня это делать. Скорее бы с этим расправиться. Мы закончили. Все хорошо, да? Вы проделали огромную работу. Я так горжусь вами. Но больше так не делайте. Вау, а портреты рисовать сложно. Но думаю, у меня получилось. Мам, как тебе это? О, замечательно. Детское ожирение зашкаливает. Полуфабрикаты,
Минди только их и ест. Это так плохо? Ам-ням-ням-ням. О, крошки! О, ладно, дорогая. Эй! Вот. Что еще? Почему она не взяла тарелку? А-а-а. Раз, два, три. Спокойно. Мам! О, слишком много хруста. Это так вкусно. Попробую не глядя. Нет, не очень-то я меткая. Минди! Ну все, терпение лопнуло. Хватит! Хватит тут есть! Довольно! Что? Извини, я опять перенервничала. Мне очень жаль, дорогуша. Спасибо. Эй! Почему моя мама так не любит вкусняшки? Хоть творчество мое ей нравится. Берем пустой контейнер из-под краски и наливаем любимый сироп. Готово! На вид краска. А на вкус как сахар. О, Минди! Эй! Не ешь краску! Постой. Мам, это сироп. Ничего себе! Пожалуй, я разозлилась без повода. Я знаю, что надеть сегодня вечером. Слишком скучно. Еще хуже. Это очень мило. Ау! Кажется, я перебрала с фастфудом. Нет, надо от всего этого избавиться. И от этого тоже. И сахар туда же. Мам, мам, мам! Что? У меня животик ворчит. О, я только что выбросила все снеки. Придумала. Зеленый смузи как раз подойдет. Смотрится здорово, правда? А, спасибо. Пахнет, словно кто-то пукнул. Ну, тогда не пей. Эй, чем же мне перекусить? А эти снеки все еще съедобные? Они все мои! Вкусняшки из помойки рулят! Та-да! Что? Что это за хруст? Минди, ты нашла все, что я выкинула! Совсем другое дело! Приятного аппетита! Это нечестно! Ага, мед! Может сработать! Пора заняться готовкой! С медом все слаще и вкуснее! И он даже полезный! Надо перемешать хорошенько! Отлично! А как на вкус? Это изумительно! Ух, сколько вкусной еды! Правда здорово, Мишка? Ты лучший! Что у нас дальше? Эй, что случилось с пылесосом? О, какой кошмар! И ты еще добавляешь? Все, с меня хватит! А? Почему? Вот почему. Что это вообще такое? Нет, мы уходим, Мишка. Королева драмы. Эй, секундочку. Есть идея. В мишках есть набивка, ведь так? А что, если заменить ее сахарной ватой? Вот так, за дело. Положим побольше. Я вернулась. Мам, можно? А еды у тебя с собой нет? Вроде все чисто. Ну ладно. Спасибо. Она и не знает, что сладости прямо у нее под носом.
точнее, в спинке у Мишки. Вкуснятина, а? Наконец-то! У меня так много дел! Что это такое? Мама, прошу тебя! Что? Ну все, иди в свою комнату! Ты злая! Давай! Давайте вспомним, кто здесь платит за все. Поверить не могу. Где мне теперь играть? Подождите. Что случилось? Энни, пожалуйста, не плачь. Нет, посмотри, что ты наделала. Ей некуда идти. У нее нет дома, да? Есть одна идея. Для начала нужно вырезать детали из картона. Используйте вот такой узор. Затем поставьте детали вот так. Они будут держаться благодаря бумажным втулкам. Смотрите, дверь! Для создания механизма используйте шнурок. Видите, теперь можно его закрыть. Еще нам понадобится розовая краска. Флаги добавят торжественности, правда? Энни, смотри, что я для тебя сделала. Замок? Подожди. Та-да! Заходи! Добро пожаловать домой! Теперь мне нужно поработать. А, на чем я остановилась? Алло? Да, думаю, во вторник. Вперед! Вау! Отличный замок! Готовы начать? Дамы, заводите моторы. 3, 2... Подождите. 1, поехали! Врум, врум! Это безумие! О, нет! Она разбилась! Ничего себе! Я не могу отвести взгляд! И финишная прямая! Ура! Ты выиграла! Ты лучшая! А нам можно присоединиться к гонке? Что? Нет! У тебя вообще есть машина? Нет. Это проблема. Нам не везет. Еще и хлопья закончились. Но у меня есть идея. Пора начинать. Я открою коробку и сложу ее. Я вырежу большое отверстие посередине и отверстие поменьше по бокам. Теперь мне понадобятся краски. Я буду использовать ярко-розовый. Получится красиво. Я нанесу краску на коробку. Отлично, это то, что мне нужно. Теперь краска должна высохнуть. Но это еще не все. Из картона я вырежу полукруги. Я загнула края, это будут колеса. Я вставлю их в отверстия по бокам, затем я закончу украшать машину. Это будет капот. Нам понадобятся фары. Нужно видеть, куда мы едем. Я раскрасила палочки от мороженого в розовый цвет. Их я прикреплю к капоту. Я сделала сиденье из поролона, а это лобовое стекло. Поехали! Нам нужно выиграть гонку! Что это? Это машина моей куклы. Конечно, как скажешь. Не думаю, что соревнование долго продлится. У меня машина с турбодвигателем, а у меня есть палка. Вперед, вперед, вперед! Вау, посмотри, как быстро едет машина. Вау, вот это да! Эй, не трогай меня. Я делаю классные замки из песка. Я круче всех. Папа, я есть хочу. Можно мне что-нибудь перекусить? О, конечно, держи. Скушай вот это. Ура, спасибо, папочка. А, теперь все в песке. Просто смахну его с полотенца. О, столько песка невозможно очистить. Ладно, достаточно. На чем я остановился? А? Лиззи, прекрати! Клянусь, у нее тысячи разных настроений. Эй, не могу поверить. Даже в моем стакане. Кошмар, опять все в этом песке. Это один из главных минусов отдыха на пляже. Даже если быть осторожным, песок везде попадет. Так, я все стряхнул. Теперь использую эти сумки, чтобы укрепить края подстилки. А еще поставим здесь ванночку с водой. Отлично. О, погоди-ка, Лиззи. Прежде чем зайти на подстилку, сними обувь. И помой ножки в этой ванночке с водой. Вот так. А теперь моя очередь. Все чисто. Совсем другое дело.
Разве не здорово? Больше никакого песка. Это, несомненно, одна из моих лучших идей. О, это мамино любимое телешоу. Ау, ты что пинаешься? Что там происходит? А, ты такой миленький. У-тю-тю. Привет, я тоже хочу с ним поиграть. Ты серьезно? Дай сюда, он мой. Отпусти! Прекрати! А? Круто! А-ау. Какая интересная книга. Книжки для лузеров. О, привет. Главное, ничего не пропустить. Отлично, лосьон закончился. Нужна новая бутылочка. Где мои деньги? Все интереснее. Думаю, этого хватит. Остальное тут полежит. Она сама напрашивается. Что это Дэвид делает? Легче, чем отнять конфетку у ребенка. Уху, неплохо. Удачный сегодня денек. Хм, отдай это мне. Эй, что ты делаешь? Это неправильно. Положу деньги туда, где им и место. Ты огорчаешь меня, Дэвид. Наверное, ты права. Нет, ты просто отстой. Вернись немедленно, Дэвид. Нет уж, не поймаешь. Ну же. А, отстань от меня. Постой, должно быть наоборот. Так-то лучше. Попался. О, мне нужно размяться. Дай мне сумку. Я реально не в форме. Давай сюда деньги. Спасибо. Попробуем еще раз. Что ты делаешь? А, поверить не могу. Я все объясню. Воришка. Нет, это не то, что ты думаешь. А ну вернись. Фух, все на месте. Мне не терпится почитать дальше. Что может быть лучше хорошей книги? А? Что это за звуки? У-ху! Какая крутая вечеринка! Это просто смешно. Не могу сконцентрироваться на книге. Обожаю эту песню! Да, классно! Я все равно их слышу. У-ху! Пойдем в бассейн! Зацените! Бомбочкой! Что это было? Вау, просто отпад! Невероятно! Только поглядите на них! И что в этом веселого? Да, Рок жив! Соло на гитаре! А? Это круче всего! Сыграю погромче! Ла-ла-ла-ла-ла! Даешь вечеринку! О, да! Давай, вот так! Что происходит? Готова танцевать круглые сутки! Окей, это мне надоело! Тихо вы! Ну все! Эй! Привет! А, веселитесь! Недолго вам осталось! Я об этом позабочусь! Хе-хе, вы это заслужили. Как вам вечеринка без света? Что такое? Где музыка? Ха-ха, миссия выполнена. О, накрылась вечеринка. Пойдем. Наконец-то тишина. Уху! Ребята, ребята, куда все делись? Это так странно. Ну ладно, пожалуй, мне пора домой. Вау! Вас понял. До вечера, мамочка. Стоять! У вас нет с собой еды. Ага, как я и думал. Еда запрещена. Ладно, мне плевать. Ну и стой тут один. Пока-пока. Вау! Ау, как больно. О, нет, мои конфеты. Давай помогу. Приветик. Привет, мне нравятся ваши усы. Спасибо, сам растил. А с едой все равно нельзя. О, так нечестно. Похоже, придется все самой собирать. Минуточку, у меня отличная идея. Снимите щетинки с расчески. Переложите конфеты внутрь. Верните щетинки на место.
Тайник с конфетами готов. Нужно, чтобы волосы хорошо лежали. Снова вы? Стойте! Надеюсь, на этот раз вы не пытаетесь принести еду. Даже не мечтаю. Тогда можете пройти к бассейну. Спасибо. Ну и денек. Алло, что сегодня на ужин, мам? Не могу поверить, что мне пришлось сделать это ради конфет. Вот так я его обставила. Теперь у меня есть конфеты. Вкуснятина! Ах, мне пора на урок. Ого, вот это да! Вот каким должен быть кукольный домик. Но я могу сделать домик покруче. Непременно запишусь на конкурс. Эй, отойди. Я хочу участвовать в конкурсе. Отдай. Осторожно. Нет! Гляди, что ты наделала. Я? Да мне просто нужна была ручка. Ох, что это было? Ай, как больно. Уберите это с меня. Где это мы? О, посмотри-ка. Это подойдет для моего кукольного домика. Хм, с чего бы мне начать? Я хочу, чтобы все было идеально. Займемся стенами коробки, оклеим их листами цветной бумаги. Вот так, быстро и просто. Вау, да чего красиво! Как тебе? Я знаю, тебе нравится. Я прирожденный дизайнер. Что там у Бритни? О, она уже начала? Да, впечатляет, не так ли? Завидовать не стыдно. Мне нужно вдохновение. Нет. Нет, это не мое. О, из этого может кое-что выйти. Теперь нужно подождать. Да, классный сервис. Ах, миленько. Мне нравится. Давай осмотрись. Здесь есть все, что тебе нужно. Нет, тебе не нравится? Не беда, я все исправлю. Нужно просто добавить золото. Я знаю, что ты любишь роскошь. Это все преобразит. Обрежем куски по размеру и оклеим ими стенки. Окей, что ты думаешь? Я знала, что ты будешь довольна. О, так хочется вздремнуть. Ты тоже устала? Я делаю всю работу за нас двоих. Хорошо, я знаю, что делать. Этой занавеске нужна пара-тройка изменений. Точнее, надо вырезать из нее несколько кусочков. Этого достаточно. Я сделала кровать из картона. А из ткани занавесок выйдет постельное белье. Смотрится так уютно. Теперь можешь отдыхать. Сон полезен для красоты. Внутри слишком пусто. Не хватает мебели. Сладких снов. Отличная идея. Именно то, что нам нужно. У меня есть план. Идем. Привет, Кэндалл. Что ты делаешь? Мне нужен этот пенопласт. Я тебе за него заплачу. Ого, сколько всего можно на это купить? Шоколад. Ты в порядке? Вау, с тобой не поторгуешься. Тебе опять мало? Ого, это лучший день в моей жизни. Ого! Это просто смешно. Ого, я богата. Как же я счастлива. Бери, он твой. Наконец-то. Это будет самая мягкая кровать на свете. Вырежем из пенопласта прямоугольник. Теперь нужно сделать декор. Из золота, разумеется. Здесь нужно больше роскоши. Воткнем эти булавки в другой кусок пенопласта. Выглядит совсем как жемчуг. Вот так последнее. Теперь нужно все собрать вместе. Это будет изголовье. Нам также нужны уютные одеяла и подушки. Да, выглядит изумительно. Вот хорошее место для кровати. Приделаем к крыше ленточку. Она заменит занавеску. Я хочу, чтобы тебе было комфортно спать. Думаю, готово. Давай, ложись скорее. Доброй ночи. Ах, я реально устала. Я съела столько конфет. Мой зубной врач будет в шоке. Вставай! В смысле, кукареку! Что? Уже утро? Я так чудесно выспалась. А, куда делась моя кукла? Кажется, я знаю. Эй, что это ты там делаешь? Иди сюда немедленно. Ты меня слышишь? Что ты наделала? Только посмотри на себя. У тебя все лицо в шоколаде. Нужно тебя умыть. И никаких возражений. Хватит капризов. Окей, ладно. Нужно переделать эту ванну. Нанесем на нее золотую краску. Эта губка придаст ей стильную текстуру. Когда краска высохнет, оклеим края ванны золотым скотчем. Оу, прямо дух захватывает. Достойная ванна для моей куклы. А вот и золотой унитаз для комплекта. Можно сделать его еще круче. Покрасим крышку и нанесем сверху блестки. А затем оклеим бачок золотой клейкой лентой. А как насчет золотой цепочки? Ни у кого еще не было такого унитаза. Все готово. Зацени-ка, ты заслуживаешь лучшего.
поместим их в твой домик. Унитаз поставим сюда, а ванну сюда, рядом с кроватью. Это самая дорогая ванна на свете, нужно ее наполнить. О, вот это подойдет. Наливаем внутрь газировку. Даешь милые пузырьки. Осталось добавить мятные леденцы. Вуаля, теперь это джакузи. Вот так, расслабься и наслаждайся ванной. Мне всю ночь снились конфеты. Минуту. О, да, они были наяву. Хм, что это за запах? О, да ладно, прекрати. Какая гадость. Что ты ела вчера? Фу! О, я сейчас в обморок упаду. У тебя реальная проблема. Тебе нужно срочно принять душ. У меня есть только эта соломинка. Ничего страшного. Согнем соломинку таким образом, а затем возьмем ножницы, обрежем соломинку вот тут и вот здесь, ниже гибкой вставки. Склеим два фрагмента вместе и приклеим две бусины, красную и синюю. Дальше займемся унитазом. Вырежем каркас из пенопласта и обернем его картоном. Осталось изготовить сиденье. Теперь у тебя есть все необходимое. Душ можно приделать к стене. Твоя ванная комната готова. Сделаем ее еще уютнее. Окей, залезай в душ. Тебе нужно хорошенько помыться. Не буду тебе мешать. Все вышло замечательно. Но как тебе приятно? От тебя так хорошо пахнет. Хм, но твое платье все еще в шоколаде. Не бойся, мы найдем тебе свежий наряд. Обожаю покупать одежду. Что может быть лучше? О, как классно. Посмотрим, что у нас тут. Хм, ну не знаю. Думаю, стоит попробовать что-то другое. У тебя есть идеи? Постой, можно использовать эту золотистую ткань. Тебе нужно дизайнерское платье. Разложим материю на столе, а вот и выкройка из картона. Выстрижем кусок ткани по контурам трафарета. А теперь время соединить все части. Оф, это даже легче, чем я ожидала. А ну-ка, примерь. Вау, ты неотразима, настоящая модель. Тебе место на подиуме. Ммм, так освежает. О нет, нам нужно торопиться. Хорошо быть чистой, правда? Ох ты, от тебя чудесно пахнет. Что? Погляди на этот наряд. Мы можем сделать лучше, чем у нее. Нужно только взять кое-что. Хм, где же она? Где я? Это не моя спальня. Что ты здесь делаешь? О, это то, что мне нужно. Тебе нужна моя маска? В моем портфеле есть запасные. Круто, спасибо. А? Нет, нашла. О, постойте. Сколько я вам должна? Знаете, возьмите все. Пока. Кто это был? Итак, пора делать платье. О, еще одной вещи не хватает. Нам нужно вот это. Ты будешь выглядеть супермодно. Приступим. Для начала отстрижем от маски тесемки. Вот так, с обеих сторон. А затем разрежем саму маску прямо по центру, чтобы вышли два квадратных куска ткани. Положим оба на стол, а теперь склеим их и сложим вот так. Все очень просто. Получилась милая юбочка. Держи. Класс. Она так подходит к твоему топу. И этот платочек. Отличный выбор. Тебе потребуется вешалка для одежды. Нарядов много не бывает. Ты выглядишь идеально. Угадай, что у меня? Тебе нужно на чем-то сидеть. Великолепно, правда? Нет! Стой! Не могу смотреть! Что? Откуда это взялось? Кресло, оно испорчено! Да, это точно. Дай сюда. За что мне все это? Мне очень жаль. Постой, как же я не додумалась? Мы можем покрыть его золотой тканью. Не могу поверить, что я о ней забыла. Подогнем немного вот здесь и готово. Смотрится даже лучше, чем раньше. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вау, отличный финальный аккорд. Ваш трон готов? Прошу, что скажешь, Кэндалл? Хм, посмотрим. Ого, очень стильно. Секундочку, может, и я смогу сделать что-то для куклы? У меня есть задумка. Скрепим вместе эти губки и нанесем на них клей. Вот так по всей поверхности. Теперь обернем их куском ткани, так, чтобы ткань приклеилась к губкам. Нужно стараться все делать аккуратно. Приклеим с одной стороны кусок черного войлока. Теперь можно перевернуть. Сделаем таким же образом спинку и бока. Получился диван. Попробуй сесть. Он выглядит таким мягким. А вот и аксессуары.
Из таких маленьких вещей и состоит интерьер. Ты, наверное, уже проголодалась. Вот тебе тортик, в твоей комнате нужна зелень. А как насчет картин? Я предпочитаю классику. Вот фотография твоего парня. Думаю, мы почти закончили. Вау, вот такой интерьер в моем стиле. Настоящий дворец. Эй, ты что? Прости. А, мне очень нравится твой дизайн. Так много золота. Да, это то, чего я хотела достичь. А твой кукольный домик очень, отличается. В хорошем смысле слова. Гляди, что-то происходит. Не может быть, мы выиграли конкурс. Поздравляю. Ух ты, я так рада. Мы это заслужили. Вау, как здесь здорово! Эй, цветы просто огромные! Так романтично, да? Или нет? Гляди! Как же тут красиво! Ага! Как вовремя! Что там? Мы нашли озеро! Ну, наконец-то! Погоди-ка! Слышишь, как бурлит? Мне надо отлучиться. Что за? Мне целый рулон понадобится. А-а-а. Я больше не могу терпеть. О, черт! Зачем я надел этот ремень? Так, сосредоточься, поехали. Ай! Что за черт? Стоп! Я знаю, что делать. Это очень хорошее место. Поставим это сюда. С пакетом все легко убрать. Можно даже использовать стульчак. Что-то он долго. Тебе лучше? Я будто заново родился. На чем мы остановились? Ты хоть руки-то помыл? Постой! Я не заразный. Будет лучшее путешествие. Готовы к приключениям? Я так жду момента, когда мы будем жарить маршмеллоу на костре. Это же так весело! Да, просто невероятно. И погода идеальная. Да, ты права. Стоп, это что за тень? О, солнышко-то спряталось. Облом! Поездка отменяется. О, она так расстроилась. Эй, но маршмеллоу-то никуда не делись. Я могу спасти хотя бы часть этого путешествия. Сначала нанизываем маршмеллоу на шпажки, а затем кладем на тостер. Сейчас они прожарятся. Не забудь и переворачивать, чтобы не сжечь. Кажется, все готово. Смотри, что у меня. Да ладно, как у тебя получилось? Жареные маршмеллоу, обожаю. Попробуем. Вкуснятина. Ага, получилось круто. Идеальная погода. Думаю, это хорошее местечко. О, надо же, бесхозные сумки. Ха-ха. Возьмем обе. Замечательно. Поглядим, где еще можно что-то стащить. Солнце такое теплое. Эй, почему у меня чувство, будто кто-то на меня смотрит? А? Кто это там? У него что, бинокль? О нет, она меня заметила! Спокойно, не подавай вида. А, даже жутковато. Нужно следить за сумкой. Думаю, и деньги надо перепрятать. Банкноты отлично поместятся здесь. Сложим их вот так. Но знаете что? Чистый подгузник тоже добыча для вора. Время достать шоколад. Положу кусок на подгузник и дам растаять. О, да, отлично получилось. Размажем побольше. Смотрится отвратно. Теперь точно никто не заглянет. Я настоящий гений. Серьезно, вся моя наличка в безопасности. О, она встает и не берет с собой сумку. Это мой шанс разжиться чужим добром. Да чего же она глупая, просто оставила все вещи тут. Впрочем, я не жалуюсь. Вау! Что такое? Какая гадость! Может, смогу вытащить сумку из-под подгузника? Нет, не выйдет. Грязные подгузники – это отстой. Упс, она идет назад. Нужно убегать. Неплохо я прогулялась. Глядите, подгузник на месте. Он защитил мои деньги и сумку от воришки.
Я точно буду пользоваться этим трюком. Время перекусить. О, боже! Бе! Глазам своим не верю. Меня сейчас вырвет. Ха-ха-ха! Вор убегает со всех ног. Так смешно. Так проголодался от всех этих хождений. А, с такими руками не поешь. О, у меня тут достаточно воды, чтобы помыть их. Надо совсем немного. Воу, для этого бы пригодились обе руки. А, сдаюсь, это невозможно. Хотя, должно сработать. Видите, почти как раковина. Лин, что он делает? А, Лин! Лиззи, ты что устроила? Нет. Оу. Просто бутылка. Руки хотел помыть. В следующий раз попробуй, как я. Проделываем отверстие. И вставляем трубочку в него. Готово. Пора протестировать. Отправляйся на дерево. Открываем крышку. А вот и вода потекла. Вау! Как умно, Лиз! Знаю. Всегда пожалуйста. Обожаю загорать на пляже. А, она строит маленький замок из песка. Да чего мило. А теперь последние два камушка. Ура, готово. Я умница. О, а вот и мой леденец. О, нет. Он весь в песке. Ну что ж, нет. Остановись. Это есть нельзя. Должен быть какой-то способ защитить ее конфеты от песка. Вот так. Берем леденец и киндер-сюрприз. Достаем пластиковый контейнер. Теперь возьмем ножик. Вырезаем небольшое круглое отверстие вот здесь. Отлично. Теперь просто открываем контейнер и вставляем внутрь леденец. Готово. Он отлично уместился. Держи, солнышко. Теперь не испачкается. Вау! Это поможет строить мой замок. Эй, там внутри леденец. Вот так-то гораздо лучше. Какой чудесный денек. Ого, помедленнее. Что же мне надеть? Блески беспроигрышный вариант. Мам, ты в порядке? Может, лучше так? Иногда меньше, значит больше. О, все не то. О, мама играет в переодевание. Я тоже хочу. Это очень красивое. О, милая, выглядишь прекрасно. Я как модель. Смотрите. Шик. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Милая, у тебя талант. Это было так весело. Эй, это что, косметика? Это бы очень дополнило мой образ. Скорее бы показать это подружкам. Эва, куда она делась? Хм, а это сложнее, чем кажется. Немного румян. Я великолепна. Моя девочка так быстро растет. Подожди, дорогая. Все это надо смыть. Выглядишь как клоун. Что ты наделала? Мама, мне не нравится натуральность. Прости, но моя косметика не для игр. Может, мы придумаем что-то другое? У меня есть идея. Пришло время творить. Отрежем полоску от этого файла. О, Эва! Прижми эту карту. Ладно, это странно. Поверь, тебе понравится. Обведем твой рот с помощью помады. А знаешь, этот оттенок тебе очень идет. Я хочу посмотреть. Так, я закончила. Я не уверена, мам. Попробуй вот этот. То, что надо. Очень подходит к моему цвету кожи. Прижмем пластик к губам. Вот это да, так просто. Может, мне тоже стоит так краситься. Ну как мы? Восхитительный. Жду не дождусь нашей встречи с подругами. Давненько мы не виделись. Оу, как больно. Дождь из грязных носков? Фу, гадость. Тут еще. Что происходит? Надо провести расследование. Нет, так не пойдет. Эва, почему по всему полу разбросаны носки? Я не могу найти второй розовый носок. Видишь, босая нога. А, ну да, это все объясняет. Позволь мне взглянуть. Он должен быть здесь. Хм, я тоже его не вижу. Может, наденешь эти? Ты меня вообще знаешь? Хорошо, а как насчет этой пары? Ни за что. Эти тоже розовые.
Стой! Если подумать... И место в мусорном ведре. Прости, я тоже не могу найти розовый носок. Просто загадка. Подождите. Я хочу кое-что попробовать. Я знаю, как сделать так, чтобы носки больше не пропадали. Мне нужны лишь прищепки и металлическая вешалка. Разрежем вешалку вот здесь. И начнем нанизывать на нее прищепки. Проталкиваем прищепки в нижнюю часть вешалки, распределив их по цветам. Затем склеим вешалку обратно. О, здорово получилось. Эва, смотри. Повешу обратно на вешалку для одежды. Теперь мне нужны твои носки. Прикрепим носки на прищепки. Я заинтригована. О, вот второй. Прикрепим его сюда. Дальше давай сама. Так, пары носков всегда будут вместе. А значит, ты их не потеряешь. Вот это да. Это как раз то, что мне нужно. Довольно умно, да? Классно, мама. Но розовый я так и не нашла. А, об этом я забыла. Мне жаль, но его больше нет. Придется смириться с этим. А вот и моя прекрасная семья. У нас ЧП с носками. Это же просто носок. Ты не понимаешь. Секундочку, что это на тебе? Мой носок. Я так и знала. Ты выглядишь глупо, пап. Мам, скорей. Я принесла попкорн. Так, думаю, мы готовы. О, это я еще не видела. Обожаю этот канал. О, мам? Можно мне еще? О, хорошо. Сейчас принесу. О, сладкий вкусный попкорн. Не так быстро. Подожди, пока я вернусь. Давай быстрее. Только посмотрите. Он будто бы зовет меня. Нет, держи себя в руках. Но это такое искушение. Всего один кусочек. Я не могу ждать. Что может случиться? О, да. Еще, еще. Это самый лучший попкорн на свете. Привет, мам. Эва! Это не то, чем кажется. Как ты могла? О-о-о. Нет! Вау, это было драматично. Нужно все убрать. Мама не должна это увидеть. О, как много. Но у меня получилось. Попкорн везде забился. Я не успею вычистить эти крошки. Мама так разозлится. Хотя, это может мне пригодиться. Отсоединим соломинку вместе с крышкой и присоединим пылесос. Соломинка помещается в щель в задней части дивана. Работает! Она собирает все крошки. Попались! Как раз вовремя. Мама возвращается. Веди себя естественно. Здесь не на что смотреть. Я принесла газировку. Что я пропустила? А? Что случилось с попкорном? Готова поклясться, ведерко было полным. Это так странно. Эва! Этого я не ожидала. Упс. О, мне так скучно. Успокойся, милая. Нам нужна новая няня. Это выглядит спортивно. Как ты думаешь, Сара? Она мне не нравится. Нет. Ты ведь любишь кошек? Да. Нет. Как насчет этой куклы? Я люблю кукол. Да, давай. Вау, вот это скорость. Привет, я Сара. Кажется, ты ей уже понравилась. Удачи. Привет, Сара. Идем. Лимонад. Мой любимый. А? Что это было? Я точно что-то слышала. Откуда ты взялась? Молоко полезнее. Но оно противное. Я буду лимонад. На-на, не поймаешь. Пей молоко. Я сказала нет. Мне нужно спрятаться. Вот, отличное место. Ты издеваешься? Я просто хочу выпить лимонад. Есть идея. Накройся этим ковриком. Она меня ни за что здесь не найдет. Это не игра, Сара. У меня есть идея. Берем арбуз и разрезаем пополам. Теперь извлечем из арбуза мякоть и заполним его молоком. А затем прикроем сверху куском арбуза. Просунем сквозь мякоть соломинку. Сара, у меня что-то есть для тебя. Что же ты молчала? Выглядит так аппетитно. Вкусно. А это я возьму. Не могу поверить, сработало. Наконец-то я одна. Можно насладиться лимонадом. Минуточку. Пора чистить зубы. Можешь на меня положиться. Ну да, конечно.
Так я и буду чистить зубы. Я лучше маршмеллоу поем. Ммм, да чего вкусно. Сара, что ты делаешь? Почисти зубы. С тобой никакого веселья. Давай. Довольно. Теперь зубная нить. Это важно. Нет уж. Я все. Это не обсуждается, Сара. Впрочем, думаю, тут можно сделать интереснее. Кладем на стол круг из бумаги. Нанесем на маршмеллоу клей и приделаем их по краям бумаги. Отложим пока заготовку. А сейчас время для творчества. Я нарисую бегемота. Сделаю его ярким и красочным. Обрисую по краям черной ручкой. Когда краска высохнет, приклеим сверху бумажный круг. Это будет пасть бегемота. Затем поместим кусочки зеленой бумаги между маршмеллоу. Совсем как чистка зубов нитью. Вау, так прикольно! Попробуй и ты. Вот так? У меня получается. Нужно хорошенько убраться в доме. Я тут слегка занята. Голова кружится. О нет, мой шарик. Надо его поймать. Вау! Эй, вернись! О, это что, я? Упс! Потом над этим посмеемся. Мне пора! Пока, лузер! Все идет не по плану. Прекрати! Убери это! Постой! Смотри, треугольник! Я кое-что придумала. Положим сахар в кастрюлю и разогреем, так, чтобы он карамелизовался. Идеальный цвет! Теперь добавим пищевой соды. Смешаем и выложим на противень. Прижмем немного дном кастрюли. Сделаем круг с помощью формочки для печенья и добавим в середину треугольник. Вышло печенье дальгона. Что это? Надо вырезать треугольник, не сломав печенье. А это приз. Если не сможешь, получишь этот перец. Что? Время пошло. Начинай. Ты серьезно? Думаю, это не так уж сложно. Окей, соберись. Ха, проще простого. Тоже мне челлендж. Смотри, готово. Я забираю маршмеллоу. Неплохо. Мой шарик! Что ты делаешь? А, мой сэндвич! Ничего, и так хорошо. Совсем как новенький. Не надо! Дай мне его. Ладно. Это отвратительно. Ну и бардак вокруг. Тебе нужно убрать за собой. Вставай. Вот так. Надень вот это. Как ты это сделала? Ну правда, как? Начинай уборку. Живо. Это нечестно. Столько работы. Мне уже скучно. Полный отстой. Это не игра. Давай ускоримся. А? Надо торопиться. Быстрее. Хорошо. Это впечатляет. Достаточно. Сара! О, я это возьму. Вернемся к нормальной скорости. Что произошло? Я все еще хочу есть. В животе пусто. Хорошо. Сейчас тебе что-нибудь сделаем. Положим хлеб и сыр в вафельницу. Добавим помидоры, лук и базилик. Положим сверху еще хлеба и сыра. Поджарим и можно вынимать. Вот, пожалуйста. Ух ты! Объедение! Спасибо! Хорошая девочка. Брум-бум! Получай! Выглядит аппетитно. Нет! Эй, это мое! Это не еда. Ладно. У меня вот что есть. Я это заберу. Нет. Ты не помешаешь мне это съесть. Отдай.
Я подберу. Нельзя так мусорить. Секунду. Кажется, у меня идея. Смешаю в кастрюле сахар с водой. И разогрею, чтобы вышла карамель. Теперь обмакнем в карамель апельсиновые дольки. Тоже можно делать с другими фруктами. Смотрите, что получилось. Чудесные фруктовые леденцы. Саре должно понравиться. Вау! Какой попробовать для начала? Да чего вкусный. Делай такие штуки почаще. У меня тоже есть задумка. Может быть, немного больно? Нет уж. Надо сделать сладости для Сары. Например, фруктовые ломтики. Она слишком любит конфеты. Надо их спрятать. Вот хорошее место. Сюда она не дотянется. Эй, я есть хочу. Я нарезала тебе свежих фруктов. А? И это все? Их не буду. Где конфеты? Шоколад. Идеально. О, тут пусто. Должно же здесь быть хоть что-то. Я в этом уверена. Ничего, сейчас найдем. Посмотрим. Нет. И тут нет. Ага. Как-то высоко. Мне нужен новый план. Ну, конечно. Возьму этот стул. Осторожно. Не делать резких движений. Достала. Вау! Держу. Ты в порядке? Да, все в порядке. Отдай мне конфеты. Нет. Какой беспорядок. Может быть, я смогу сделать тебе вкусный снэк из этого? Да, вот так. Наложим в миску овсянки и добавим конфет, а также пшеничные хлопья и корицу. Плюс немного кокосовой стружки и растопленное сливочное масло. Не забудем про мед. Теперь смешаем как следует. Выглядит хорошо. Выложи ложкой в кастрюлю и приглажи вот так. А затем поставлю запекаться в духовке. Достанем готовый десерт и нарежем кусками. Ничего сложного. На здоровье, Сара. Я сделала это для тебя. Как здорово пахнет. Запах прямо конфетный. Это и есть конфеты. А ну-ка. Вкуснотища. Ты супер. Что ж, было приятно. Надеюсь, никто этого не видел. Привет. Какие-то проблемы? Ты издеваешься? Посмотри на знаки. Они повсюду. Никакой еды. Я думала, это просто шутка. Получается, мне нельзя взять вкусняшки с собой? Ну, если подумать, нет. Злюка! Я просто делаю свою работу. Надо еще один знак повесить. Так нечестно! Это же просто перекус! Минуточку, у меня идея! Мне надо позвонить. Будет немного больно. Погодите-ка. О, это Джаред. Посидите так. Алло, да ладно. Серьезно? Окей. Стойте, это может пригодиться. Но как? Сок. Шприц. Сок. Шприц. Дошло. Спасибо. Я просто хотел вкусненького, а? Пора принять лекарство. Тебе понравится. Вау! Как здорово! Еще один довольный клиент. В смысле, пациент. Мне пора. Спасибо, подруга. Вот это я понимаю лекарство. О, нет! Нет! Стой! Терпи! Только не на ковер. Вот. Хороший чистый подгузник. Привет, парень. Эй, ты издеваешься? Ну все, посмотрим, как тебе понравится. Ну, кто смеется последним? Мы
Моя домашняя работа почти готова. О нет, я сделала ошибку, мне нужен ластик. Пожалуйста, дорогой, как долго ты была здесь? Я всегда буду рядом, милый. Как здорово, я выспался. О, печенье и молоко, но мне нужен стакан. Где они у мамы? Пожалуйста. Стоп. О, привет, Джаред. Как-то это странно. Что-то мне расхотелось печенье с молоком. Ты выглядишь очень красиво, Наоми. Ты такой романтичный. Вау, вот и он, мой первый поцелуй. Это что, твоя мама? Мам, а за розу спасибо. Мой маленький мальчик вырос. Нужно запечатлеть момент. Думаю, это тебе. Спасибо. Я это раньше не видела. Ха, классика. О, привет! Только посмотри на него. Он такой милашка. Давай, ну же. Кажется, нужна новая щетка. Можешь помочь? Мам! Он такой смешной. Эй, мам! Воу! Откуда сквозняк? Серьезно? Никакой реакции. Тут нужны экстренные меры. Опять ничего? Ну хорошо. У меня твои конфеты. Не-не. Погоди. Что? О, это реально сработало. Мне нужна твоя помощь, мам. Окей, иди сюда. Надеюсь, это не прикол. Дай мне это. Ты такой проказник. Что у тебя в волосах? Именно об этом я и пытаюсь сказать. Не могу поверить. У меня выпал зуб. Надеюсь, зубная фея придет за ним. Да чего интересно? Упс, надо выключить свет. Пора, баньки. Я слышала, что здесь для меня зуб. Мне нужна волшебная палочка. Ага, а вот и зубик. Я это сохраню. Где же деньги? Положу это под подушку. Нет, мамочка, я не хочу идти в школу. Только не просыпайся. Ух, чуть не попалась. Это была зубная фея? И все? Я с этим разберусь. Алло, зубная фея, тут какое-то недоразумение. Зубная фея передает извинения. Вот так, сюда. Хорошо. Довольны? О, совсем другое дело. Я помогу разгрузить. Все это за один зуб? Воу! Готово. Спасибо за помощь. Вы это заслужили. Пока. Пока. Все самое лучшее для моего мальчика. Ничего не пожалею. И тогда вампир прокрался в комнату, и мама победила его благодаря приемам карате. Апчхи! Надеюсь, это не сопли. А? Это что, зуб? Воу, отпад! Минутку, на этом можно заработать. Молодец, Лем. Спокойной ночи, мам. Я слышала, у кого-то есть для меня зуб. А, он такой милый. Где тут зуб? Вот он. Думаю, это честный обмен. Нам нужно поговорить. Что такое? Вы кто? Отдавай добро. Ладно. Неплохо. И остальное. Давай, а то крылья мне сдобровать. Давай еще. Мила, я могу стать принцессой. Ладно, иди отсюда. О, спасибо. И не возвращайся. Зубная фея хорошо тебя одарила. Этого должно хватить. А, такой милый. Ух ты, как увлекательно. Вот так, кушай яблоко. Умничка. Нельзя, чтобы Джаред меня увидел. Мне пора идти. Он меня не заметил. О, нет! Он забыл сумку. Без паники. Мама все исправит. Оу, я этого не знал. А, где моя сумка? Она точно не за спиной. О, нет. Оставлю здесь. Нужно за ней вернуться. Что? Моя сумка? Как она тут оказалась? Ничего не понимаю. Ну что ж, главное, она здесь. Это так странно. Я тебя выручила, милый. Миссия выполнена. В
ванной комнате и приятные мелочи. Добро пожаловать в твой новый дом. Ты будешь здесь счастлива. Ты, наверное, голодна? Вкусная шоколадная паста. Открой рот. О, нет. Что я натворила? Я испачкала твое платье. Мне так жаль. Есть только один выход из этой ситуации. Нам нужно будет тебя помыть. Секунду. Что-то не так. У нас нет ванны. Нам нужно это исправить. Ага, деньги решают все проблемы. Мне нужна экспресс-доставка. Ух ты, это было быстро. Подождите, эта ванна так странно выглядит. Ничего не понимаю. О, нужно было открыть коробку. Ах, вот это уже похоже на правду. Выглядит идеально. Я поставлю ее в ванную комнату. О, шикарно. Нужно наполнить ее водой. Недостаточно расслабляюще. Я знаю, что нужно. Милые сердечки. Хорошо, твоя ванна готова. Тебе понравится. Вау, ты это видишь? Ты не в лучшей форме. Такая грязная. Грязь не стирается. Подождите, я буду тереть сильнее. Кажется, стало еще хуже. Что мне делать? Думаю, у меня есть идея. Идем со мной. Вау, эта ванна выглядит так классно. Похоже, ей нравится. Эй, можно и моей кукле принять ванну? Что? Ни за что. Иди отсюда. Она такая злая. Не волнуйся, я это исправлю. Должно быть что-то, что можно использовать. Дай мне секунду. Ага, блестящая золотая монета. Ого, спасибо. Давайте посмотрим, что тут есть. Ничего особенного. Нужно все достать и посмотреть внимательнее. И с этим мне придется работать. Это не подойдет. О, что это? Это может пригодиться. Да, я могу что-то сделать. Вперед! Я сложу бумагу в треугольник и сделаю складку. Теперь я сделаю треугольник поменьше внизу. Я могу загнуть нижнюю секцию вверх. Я сделаю то же самое с другой стороны. Вот так. Хорошо, что я брала уроки оригами. Они мне пригодились. Надеюсь, что не сделаю журавля. Хорошо, на чем я остановилась? Ах, точно! Я сложу стороны внутрь. Идеально, теперь можно их раскрыть. Я думаю, это все складки, которые мне нужны. Теперь я могу начать все собирать. Я заверну бока и сделаю форму ванны. Вау, мне нравится! Осталась еще одна сторона. Мне нужно это склеить. В этом мне поможет клей-карандаш. Я не хочу, чтобы все развалилось. Этого должно быть достаточно. Можно закончить. И пока отложить это. Я вырезала длинную полоску из картона. Ее нужно свернуть вот так. Теперь я слегка ее согну. Это будет кран. Вот и все. Ванна готова. Что скажешь? Я знаю. Это здорово. Давай попробуем. Кажется, это хорошее место. Здесь будет уютно. Как водичка? О, где мои манеры? Я оставлю тебя наедине. О, ты закончила, и ты чистая. Выглядишь потрясающе. И вкусно пахнешь. Мы отлично постарались. Привет, девчонки! Сейчас я попить налью. Отличная песня. Столько хватит. Газировка! От танцев пить захотелось. Спасибо. Жду тебя на танцполе. Окей. Как грубо. Просто налью в другой стакан. Отлично. Я так этого ждала. Я это забираю. Спасибо. Мне так это нужно. Серьезно? Я просто хочу попить. Можно мне? И мне. Вы что, издеваетесь? Стоп. Я знаю, что делать. Сначала берем графин и наливаем в него газировку. Я еще не закончила. Застегиваем кабельную стяжку и надеваем на ручку. Сожмите графин так, чтобы стяжка легко легла сверху. Набросьте стяжку на носик. Теперь можно наполнить 3 стакана сразу. Это значительно экономит время. Ребята, кому газировку? Круто! Спасибо, Эмма! Давайте тусить! Ксыра? Помидорка такая свежая! Хорошие толстые кусочки! А теперь булочка! Не терпится попробовать! Почему не удается разрезать? Твердая, как камень! Может, смогу разломить? Почти удалось! Мне нужна еда. О,
О, фрукты! Это подойдет. О, неважно, тут есть кое-что получше. Привет, что тут творится? Сделаешь мне сэндвич? Конечно, если ты поможешь мне с булочкой. Без проблем, сейчас все сделаю. Тут нужны правильные инструменты. Окей, булка, будет немножко больно. Это отличный способ избавиться от стресса. Серьезно? Да из чего она сделана? Ну ладно, вызов принят. Тебе не кажется, что это слишком? Нет, тут нужны решительные меры. Отойди подальше. Ну, поехали! Так, должен же быть другой способ. Посмотрим в книге рецептов. Интересно. Почему комната вертится? Кажется, это то, что надо. Я знаю, что делать. Вот как размягчить чертову булку. Для начала польем ее водой. Затем кладем булочку в теплую духовку. Подождем несколько минут, а теперь вынимаем. Вот так, булочка снова мягкая и вкусная. Ух ты! Что это за волшебство? Не все ли равно? Давай есть. Твое здоровье! Надо бы набрать водички. Быстро у нас закончилось. Этого должно хватить. Свет просто потрясающий. Я принесла воды, если тебе вдруг интересно. Хоть кому-то не все равно, что мы будем пить. Не забываем прокипятить. А теперь подождем. Скорее бы попробовать. Обожаю ее. Минуточку, только не говорите, что я забыла миску. Есть тут хоть что-то, что мне подойдет? Стоп! Лим все еще делает селфи? Сэр! Придумала! О, Лим, выведем твои фото на новый уровень. Приступим! Эй, что ты делаешь? А вообще-то выглядит неплохо. О, какая у тебя круглая голова. Спасибо, что дал мне ей воспользоваться. Окей, пора поесть лапши. И у меня уже есть идеально круглая миска. Аппетит я уже нагуляла. Я бы 10 таких съела. А раз это фольга, она выдержит горячую воду. Лим, хочешь есть? У меня тут лапша, детка. Все благодаря твоей круглой голове. Это надо выложить. Посиди так. Да, круто. Посмотри на меня. Мам, ну посмотри. Мам, мам, мам. Гляди, мам. Не мешай. Мама говорит по телефону. Я знаю. Не могу поверить, что она ему отказала. Я прыгаю выше всех на свете. Я тебя сейчас обрызгаю. Золотко, не надо. Я все еще разговариваю. На чем я остановилась? Ах, да, я ее понимаю. Виу! Держись, мистер Вуферсон. Нет! Мистер Вуферсон, мой лучший друг. Ух ты! Все молоко разлилось. Да уж, разлилось. Теперь нужно все это убирать. Полный поднос молока. Кажется, я придумала. Итак, берем пищевой краситель и добавляем его в молоко. Да, он начинает растекаться. Теперь добавим красного в центре, а затем желтого и зеленого. Теперь добавим немного жидкого мыла. Только посмотрите на эти цветные вихри. Добавим еще пару кусков ваты с мылом. Теперь завихрения идут с нескольких сторон. Вау, вау, как здорово! Цвета такие красивые. Да, ты права. Что ж, любуйся, а мамочка закончит разговор. Привет, а вот и я. Да, нашла ей занятие. Итак, продолжим. Отличная получилась вечеринка. Тебе стоит этим зарабатывать. Думаешь? О, нет! Кола пролилась. Ох, тут будет липко. Не волнуйся, я приберу. Стойте. Я знаю, что делать. Этот крепыш спасет день. Есть большой арбуз?
Поставьте его и аккуратно опустошите. Затем воткните ему в бок кран. Да, около дна. А затем налейте внутрь любимый напиток. 2 литра тут точно уместятся. Мило, все готово. Похоже, вы, ребята, хотите пить? Наполним стаканчики. Сначала я. Зачем бутылки, если есть фрукты? Это практично и выглядит замечательно. Каждому достанется. За арбузы! А теперь моя настоящая вкусняшка. Мам, у тебя еще шоколадка? У тебя просто нюх на сладости. Вот, пожалуйста. Ну и здесь-то она меня точно не найдет. Мам, вкусняшка, стой, не убегай. Ну уже поделись со мной. Мам. Так, кажется, я от нее убежала. Ох, ничего себе, она такая хитрая и быстрая. Наконец-то ее не видно. Да что же это такое? Ох. Это был просто сон, точнее кошмар. А что, если она все-таки здесь прячется? Нет, хватит, это уже смешно. Она спит в своей кроватке. Самое время для полночного перекуса. О, салат ромэн. Это мне тоже пригодится. Надо действовать с умом. Вот так. Теперь она не увидит шоколадку. Снова проголодалась? На, возьми. Салат? Фу, это я не хочу. Сработало. Теперь можно съесть шоколадку. Ах, я это заслужила. Гав, гав! Эй, ведите себя хорошо, ребята. Только посмотрите на нее. Привет. Веселишься, милая? Подождите, как дела? Здесь есть место только для одного красавчика с усами. Правда? Идем, зайчик. О, нет-нет. Эва идет со мной. Нет, не идет. Да, идет. Как это должно работать? А? Что это? О, кошелек. Жаль, если с ним что-то случится. Никого нет. Я сорвала джекпот. Давайте посмотрим, что тут есть. Что это? О, водительское удостоверение. Я надеялась найти кредитную карту. Вот это мне уже больше нравится. Именно то, что я искала. О, есть идея. Я сделаю что-нибудь красивое. Вот это да. Получилось. Это было весело. Но мне нужно больше. У меня большие планы. Эти деньги были скучными. Эх, у меня закончилась бумага. Что мне теперь делать? Подождите, я знаю, водительские права. Все равно фотография получилась дурацкой. Есть! Ха-ха-ха-ха! Вот, мой шедевр готов. О, привет, пап. Привет, Эва. Что это? Люблю тебя, папа. О, это так мило. Эва, что ты натворила? Ты брала деньги для этого? О, нет, пожалуйста, только не это. Фух, все в порядке. Все нормально, я взяла деньги Джеффа. Эй, ты не видел мой бумажник? Удачи. Что это такое? Подождите, нет, этого не может быть. Мои деньги, мои прекрасные деньги. Поверить не могу, это твоих рук дело. Это моя дочка. Я использовала это для творчества. О, это так очаровательно. Но мои деньги. Ох уж эти дети. Это плохо, очень плохо. Посмотрите на это. Все испорчено. Я разорен. О, это, наверное, больно. Видимо, он не поклонник искусства. Я горжусь тобой, Эва. Но мы должны это исправить. Что случилось? Мне приснился самый страшный кошмар. Все мои деньги. Они исчезли. А? Странно. Кофе? Веди себя как обычно, Эва. Мой бумажник. Надеюсь, это сработает. Я так нервничаю. Фух, все на месте. В целости и сохранности. Я начал волноваться. Это безумие. Ладно, мне пора. Увидимся позже. Пока. Хорошего дня. Фух, чуть не попались. Не делай так снова. Ну и пробки сегодня. Хм,
Что это? Эй, приятель, остановись! Ау-ау, чего он хочет? Вот так, остановись! А, какие-то проблемы, офицер? Права, пожалуйста. О, конечно. Они у меня прямо здесь. А, что это? Я не понимаю. Это что, шутка? О, это забавная история, офицер. А, уже утро? Я так устала. Доброе утро, папа. Тебя ждут вкусные хлопья. Я не буду это есть. Фу. Как насчет томатного сока? Это вкусно и полезно. Посмотри на эту вкуснятину. Знаешь, может быть, я тоже сделаю глоток. А, прекрасно. Ты меня не убедил. Нет, не хочу. Просто попробуй. А это обязательно. Она гадкая. Дай сюда. Ммм, вкусно. А вот и самолетик. Не приближайся. Ну уж нет. Иди сюда. Никогда. Ты не сбежишь. Это ты так думаешь? Вау, что-то я не в форме. Ах, подожди, мне нужно перевести дух. Я никогда не остановлюсь, поверь мне. А? Куда он делся? Папа, он должен быть где-то здесь. У меня плохое предчувствие. Садись. Я надену эту футболку на стул. Это не позволит тебе убежать. Это не обязательно. Я этого не забуду. Итак, на чем мы остановились? Ах да, пора завтракать. Открывай рот. Это унизительно. Нельзя забывать и о томатном соке. А, так освежающе. Давай, пей. Б, отвратительно. Доброе утро всем. Новый прекрасный день. Привет, шеф. Завтрак – самый важный прием пищи. Нужно проверить сообщение. Хм, интересно. Хочешь еще? Нет, ни в коем случае. Хм, секунду. Это так отвратительно. Что там происходит? Хм, интересно. Пришло время отомстить. Я сделаю один звонок. Подождите, это мой телефон. Кто мне звонит в такое время? Алло? Молчат. Алло, говорите, скажите что-нибудь. Фух, я рада, что он ушел. Хе-хе, всегда срабатывает. Пс, Эва. Да, что? Посмотри, что у меня есть. Конфеты? Дай мне. Нет проблем, сейчас я тебя вытащу. Я знала, что могу рассчитывать на тебя, Джефф. Свобода! Наслаждайся. Хе-хе, я его проучу. Алло, кто там? Говорите. Это было так странно, как будто кто-то пытался меня отвлечь. Бу! Попался. Джефф, что ты там делаешь? Ты испугался, папа. Подожди, ты дал ей конфеты? О, какое красивое платье. Эва, у меня есть воздушные шары. Потрясающе. Ю-ху! Это восхитительно. Точно. Это самый лучший день. Чего мы ждем? Давай надуем шарики. Выбери цвет. Глаза разбегаются. Давай устроим соревнование. Ты проиграешь. А-а-а, я не могу этого сделать. Как тебе такое? Ха, не может быть. Я думаю, этот шарик был испорчен. Давай попробуем еще раз. Я помогу ей. Пришло время для старого фокуса. Ну как? Вау, посмотри. Вау, не может быть. О, посмотри на этот шарик. Он такой эластичный. Ха, я не буду его надувать. Тебе и не нужно. У меня есть насос. Это сэкономит много времени. Смотри. Вау, посмотрите на это. Он огромный. Что скажешь? Круто, да? Надуй вот этот. Не так быстро. Я не закончил. Я хочу сделать кое-что особенное. Вот это да! Ты такой талантливый! Слегка повернем, согнем. Это собака! Хм, у меня есть идея! Гоп-гоп! Прекрати, папа! Я всегда хотела иметь домашнее животное. Гоп-гоп! Хорошо, я сделаю что-нибудь другое. Ты будешь удивлена. Смотри! Это пиратский меч! То, о чем я всегда мечтала! Получай! Вот так!
Ты думаешь о том же, о чем и я? В атаку! Это все, что ты можешь? Я просто тебе поддаюсь. Да, конечно. Покажи, что ты умеешь. Эй! А? Что это? Не смотри на меня. Я пойду проверю. Здравствуйте. Есть тут кто-нибудь? Тут посылка. Странно. Принеси ее сюда. Ты опять брала мою кредитку? Неа, открывай. Что за... Что это такое? Сейчас узнаем. Это мало что дает. Подождите, я поняла. Мне понадобится пинцет. Хорошая мысль, милая. Продолжай. Я буду первой. Мы должны собрать кости. Но собака не должна этого заметить. Твоя очередь. Это непросто. Вау, какое напряжение. Он выглядит злым. Не показывай, что тебе страшно. Фух, получилось. Мне очень страшно. Есть, твоя очередь. Осталось только две косточки. Собака ничего не замечает. Пожелай мне удачи. Он меня заметил. Да, я выиграла. Ну и ну. Что? Ха-ха, прямо в лицо. Отличная работа, Джефф. Пап, тебе повезет в следующий раз. Как сделать эту штуку? Эй, папа, ты должен это увидеть. Дай мне секундочку. Подождите, что здесь написано? Стой, сейчас. Так, лучше? А, хорошо. Я люблю хорошие вечеринки. Но мне нечего надеть. Я не могу пойти так. Это действительно проблема. Но тебе повезло. Я и сам своего рода дизайнер. Вот, пожалуйста. Спасибо, папа. Как я выгляжу? Как итальянский сантехник. Оу, не торопись. Тебе понадобятся конфеты. Ух ты, ты все продумал. Пока. Развлекайся. Эх, столько воздушных шариков. Как же мне весело. Мама разрешила мне пить газировку. Сегодня мой счастливый день. Привет, ребята. Я пришла на вечеринку. А, что на тебе надето? Джейк, ты должен это увидеть. Не может быть. Это так смешно. Она выглядит нелепо. Смотри. Я так смеюсь, что могу описаться. Подождите, что не так с моим нарядом? Вы, ребята, такие злые. Перестаньте смеяться. Ого, это было что-то. А вы видели усы? Папа, папа, это было ужасно. Что случилось, Эва? Все смеялись надо мной. Это было так обидно. Никто не посмеет огорчить мою девочку. Я очень зол. Ну что, неудачники, это вы заставили мою маленькую девочку плакать? А? Отвечайте. О-оу, это не я. Мне понравились ее усы. Я хочу к маме. Я хочу кое-что показать вам. Это мой счастливый танец. Оп-оп. Я ничего не понимаю. Может, просто потанцуем с ним? Отличные движения. Вот это вечеринка. О, да. Мне так весело. Давайте. Не хочу, чтобы это прекращалось. Включите музыку. Это потрясающе. Вечеринка, вечеринка. Осторожно, идет мистер Медведь. Он ищет свой мед. Папа, остановись. А вот и щекочущий монстр. Щекочу-щекочу. Я больше не могу. Динь-дон. Кто-то пришел. Нужно открыть дверь. Подожди здесь, милая. Похоже, игры закончились. Привет. Здравствуйте. Джефф, ты рано. Можно войти? Ау, привет. Рад тебя видеть. Идем, Эва, пора домой. Прости, Эва, скоро увидимся. Я не хочу уходить. Я буду скучать по тебе, папа. Я тоже буду скучать по тебе. Нам было так весело вдвоем. Ау, посмотрите на них. Я пообещал себе, что не буду плакать. Как-то мне неловко. Я пойду. Я люблю тебя. Готова, Эва? Пока, папочка. Пока. Подождите, она забыла мистера Медведя. Эва, стой! Слишком поздно. Я позабочусь о тебе. Я хочу обнять тебя. Подождите. Подушка Эвы.
у меня появилась идея. Да, я думаю, что это сработает. Я положу подушку здесь и пришью голову Мишки к подушке. То же самое я сделаю с руками. Ноги можно пришить здесь. Вау, это просто прекрасно. Я должен показать это Эви. И жили они долго и счастливо. Да, хотелось бы. Я скучаю по папе. Тук-тук. Привет, Эва. Можно войти? Папа, ты здесь? У меня есть кое-что для тебя. Я знаю, что тебе это понравится. Мой плюшевый мишка. Спасибо, папа. Ладно, пора спать. Это как раз то, что мне нужно. Спокойной ночи, папа. Сладких снов. Мне нравится. Устраивайся поудобнее. Вот такой сервис мне нравится. От тебя воняет почти так же, как от меня. Нужно тебя почистить. Не обижайся, но ты выглядишь ужасно. Фу, ничего себе, какая гадость. Это может занять какое-то время. Но не бойся, скоро ты будешь как новенькая. Ты вообще слышала о личной гигиене? Что это было? А, прекрати! Столько грязи. Это будет нелегко. Пора брать серьезные инструменты. Успокойся, больно не будет. Наверное. Мне сейчас тошнит. Я хотела гарнир из картошки фри, а не из грязных ватных палочек. Фе! Ты смотришься классно. Но от тебя все еще пахнет. Что же нам с этим делать? Секундочку. Используем эту коробку. У меня есть отличная идея. Класс. Настоящий фейерверк. Так и должно быть. Это именно то, что нам нужно. Персональный душ для тебя. Что может быть лучше? Чего же ты ждешь? Залезай! Я больше не могу терпеть эту вонь. Я люблю принимать душ под музыку. О, классная песня. О, да что ж такое? О, нет, моя кукла. Это катастрофа. Твой макияж смазался. Так не пойдет. Нам нужно поддерживать репутацию. Я знаю. Это может помочь. Впрочем, надо добавить гламура. Нанесем золотую краску по краям. Тут лучше использовать губку, а не кисточку. Это придаст нужную текстуру. Сделаем так по всей поверхности контейнера. А теперь приклеим к нему эти декоративные ножки. Но это еще не все. Тут нужно что-то особенное. Покрасим верхнюю половину прозрачным лаком для ногтей. И посыплем сверху золотыми блестками. Но ведь и стразы не помешают, верно? Вау, получится изумительно. Думаю, готово. Эта ванна достойна королевы. Пора испытать ее в действии. Я знаю, тебе очень понравится. Как водичка. Надеюсь, достаточно теплая. Знаешь, давай зажжем парочку свечей. Это точно добавит атмосферы. Ты выглядишь вполне довольной. Да, ла-ла-ла. Думаю, пока хватит. А то твоя кожа сморщится. Вылезаем вот так. Пахнешь кокосовым лосьоном для тела? Хороший выбор. У нас еще много работы. У тебя в волосах столько жвачки. Что нам с этим делать? Как насчет полной смены прически? Отстрижем все грязные пряди. Тебе это нужно? Ну ладно. Отлично. Думаю, теперь все. Займемся укладкой. Но у меня нет расчески. Это не то. Ага, идеально. Нужно отстричь веточку. Мне хватит этого кусочка. Нанесем клей с одной стороны и приделаем зубочистки. Вот теперь можно расчесать твои волосы. Нужно сделать их гладкими и красивыми. Это ведь приятно, верно? Расческа отлично работает. Ты будешь выглядеть так, словно только что вышла из салона красоты. Да, теперь твои волосы такие мягкие и пышные. Хорошо, ты уже высохла. Но твои волосы... Фу, никто не должен видеть тебя такой. Все в порядке, у меня есть расческа. Ты снова выглядишь неотразимо. Сделаем вот так. О! Эй, осторожнее. О, постойте. Это можно использовать. Вау, нельзя, чтобы Бритни узнала. Смотри, что у меня есть. Это точно будет тебе к лицу. Вденем ее тебе в волосы. О, да чего мило. Аксессуары никогда не бывают лишними. Мне это не нравится. Попробуем добавить цвета. Не шевелись, а то все испортим. Совсем как на уроке рисования. Жаль, что я плохо рисую. Есть только один выход. Нужно тебя подстричь. Как тебе прическа, Боб? Возможно, это уже слишком. Не думала, что будет так трудно. Ну ладно. Побрею тебя наголо. Это сейчас в моде. Ого, твоя голова так блестит. Что я наделала? Надо все исправить. Ну конечно. Возьмем эту ленточку. Отрежем небольшой кусочек. Теперь берем иголку и вытаскиваем из ленточки нитки. Теперь наклеиваем их на кусок скотча и приклеиваем к голове куклы слой за слоем, прямо как настоящий парик.
Выглядит потрясающе. Такие длинные золотистые пряди. Детка, ты просто супер. Подровняем спереди. Думаю, теперь готова. А, куда ты смотришь? О, понимаю. Да, пожалуй, он довольно мил. Он в твоем вкусе, да? Вау, да ты влюбилась. И, похоже, ты ему тоже нравишься. На свидание в таком идти нельзя. Нам нужно подобрать тебе новый наряд. Сейчас. Присаживайся. Как тебе вот это? Попробуем что-то другое. Эти выглядят неплохо. Ого, тебе трудно угодить. Мы перебрали весь твой гардероб. Больше ничего не осталось. Тебе ведь нужно что-то надеть. Минуту. Есть крутая идея. Возьмем этот материал. Подожди немного. Сложим кусок ткани пополам и отрежем уголок. Нужно, чтобы разрез был прямым. Обернем материю вокруг твоей талии и добавим больше слоев. Перевяжем вот этой золотой лентой. Вышло изумительное длинное платье. Он будет в восторге. Ты такая красавица. У тебя все получится. О, да чего романтично. Прямо как в сказке. Ребята, вообще-то у нас семейный канал. Лучше дадим вам уединиться. Он подарил тебе подарок? Как чудесно. Эти любовные хлопоты меня утомили. Иди отсюда. Почему бы тебе не присесть? Что это за куклы? Они над тобой смеются? Не троньте ее. Прекратите смеяться. Куклы бывают такими жестокими. Не обращай на них внимания. Но нам нужно найти другую одежду. Я знаю. Надеюсь, ты любишь волшебство. Это будет мой лучший фокус. Сейчас мы превратим мусорный пакет в шикарное платье. Ну, что ты думаешь? Я согласна. Очень стильно. У каждой девушки должно быть маленькое черное платье. Бе-бе. Что они теперь скажут? Я так рада, что смогла помочь. Вау, вот это платье. Ах, благодарю. Подумать только, мусорный пакет. У меня тоже кое-что есть. Шире рот. Важно, чтобы организм был увлажненным. Это мы оставим на потом. Но куда ее положить? Нет, так не пойдет. Можешь подержать? Нужно хорошенько подумать. Дай мне немного времени. Вау, ты это видишь? Постой, что ты делаешь? Ну уж нет. Вот так. Что ты задумала? Мне просто нужен кусочек этой ткани. Твои ногти, фу, оставь себе. Ничего такого. Они и правда грязные. Почищу их позже. У меня есть более важные дела. Положим кусок ткани на стол и вырежем небольшой квадратик. Сложим его таким образом. Теперь поместим на него кусок нитки и склеим вот так. Вау, дизайнерская сумочка. В ней можно хранить все твои вещи, включая бутылку с водой. Попробуй. Секундочку. Тебе тоже нужна сумка? Сейчас посмотрим. Здесь должно найтись что-нибудь. Все это не подходит. А тут что такое? Я и забыла, это моя зубная щетка. Используем ее не по назначению. Нанесем клей на пластиковый футляр. Этого достаточно. Теперь берем баночку с декоративными бусинками и окунаем в них футляр. Повернем его несколько раз, чтобы бусины покрыли всю поверхность. Зубная щетка больше не нужна. Вуаля, получилась сумочка-клатч. Как раз то, что нужно моей кукле. Она очень подходит к твоему платью. Я так собой горжусь. Мы готовы к выходу в свет. Бритни такая милая. Мы могли бы стать лучшими подругами. О боже, это для меня? Мне нужно сделать это реальностью. Для начала подарки. О, что здесь? О, пусто. Придется найти что-то другое. А тут что? Фу! Не думаю, что Бритни это понравится. Идем дальше. Смотрим внимательно. О, может, ей понравятся цветы? Я возьму это. Выйдет прекрасный букет. Сложим цветы вместе и свяжем их веревочкой. Завяжем вот такой бантик. О, какая красота! Надеюсь, ей понравится. Давай, подари им цветы. Бритни, что такое? У меня кое-что есть для тебя. Вот. Для меня? Я сейчас. Но! Мне нужно найти что-нибудь. Ничего из этого не подойдет. О, ожерелье. Но мне нужно что-то еще. О, тигр. Думаю, это сработает. Стоит попробовать. Мне надо превратить его в нечто необычное. Динозавр? Нет. А, скорпион.
Вот это уже лучше. Нужно добавить цвета. Нарисуем пятна черной краской. Теперь добавим сверху пятна желтой краски. Это будет потрясающе. А сейчас возьмем ожерелье. Наденем его на шею. Ого, только посмотрите. Какая дорогая кошечка. Просто супер. Ох, Кэндл выглядит такой грустной. Сейчас поднимем ей настроение. Эй, Кэндл. What? Это тебе. Надеюсь, ты будешь рада. Ух ты, мне еще никто никогда не дарил подарков. Вот тебе цветы. Но главное намерение, а не результат. Давай обнимемся. Так приятно сменить образ, даже если вы кукла. Кто из нас не любит баловать себя модными процедурами? А у вас есть любимые бьюти-секреты? Дайте знать в комментариях. Не забудьте поделиться видео с подругами и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Пора ужинать. Но сначала я хочу выпить стакан яблочного сока. Это как раз то, что мне нужно. Выглядит аппетитно. Ммм, мой любимый. Этого должно быть достаточно. Я поставлю стакан сюда. Что же мне приготовить? Может быть, пиццу? Да, пиццу. А? Что это за шум? Наверное, показалось. На чем я остановилась? Снова какой-то шум? Подождите-ка. А куда делся мой яблочный сок? Это так странно. У нас что, водятся призраки? Моя кухня бросает вызов законам физики? Я не понимаю. Продолжай в том же духе, мама. Еще. Немного тишины и покоя. Наконец-то я смогу спокойно почитать. Я с нетерпением ждала... А? Что это такое? Что происходит? Весь дом трясется. Нет, этого не может быть. Что угодно, но только не это. Дженна, не волнуйся. Мамочка тут. Ты в порядке, милая? Я во что-то вступила? Во что-то очень липкое. Оно повсюду. Это сопли. Как такое вообще возможно? Я не понимаю. О, милая, мамочка здесь. Я плохо себя чувствую. На меня попало. Это так мерзко. Я ничего не могу с этим поделать, мамочка. Я сейчас вернусь. Быстрее. У меня есть лекарство. Ты будешь чувствовать себя лучше. Открывай рот. Не, ни за что. Я не выпущу соску изо рта. Это сложнее, чем я думала. А вот и самолетик летит. Аэропорт закрыт. Ладно, хорошо. Не дождется. Я так просто не сдамся. Ты должна выпить лекарство. И не спорь со мной. Он вкусный. Ты только что выбила у меня ложку из рук? Так и знала, что не надо было отдавать тебя на карате. Ты еще не знаешь, на что я способна. Это немного пугает. Мне нужно подкрепление. Доктор, мне нужна ваша помощь. Моя маленькая дочь не хочет принимать лекарства. У меня есть как раз то, что вам нужно. Спасибо, доктор. Я сейчас вернусь. Как я рада вас видеть. Деньги вперед. Надеюсь, это сработает. Сейчас проверим. Джина, смотри, что у меня есть. Я думаю, тебе понравится. А? Что это? Похоже на соску. Хочешь попробовать? Выглядит неплохо, да? Да! Дай сюда! О, мне нравится! Наконец-то она сможет принять лекарство. А? Нет, я не хочу чихать. Где он? Здесь? Нет. Под кроватью? Нет. Где же он может быть? Я устала искать. Он исчез навсегда. Не плачь, Ева. Я никогда не видела ее такой расстроенной. Почему ты так горько плачешь? Мой любимый браслет исчез. Я помню, как мне его подарили. Это самый красивый браслет, который я когда-либо видела. Он был прекрасен. И теперь я его больше никогда не увижу. Это твоя 3D-ручка? А? Да, именно. Ты ведь знаешь, что делать? Ответ очевиден. Что ты имеешь в виду?
Дай мне секунду. Ух ты, как красиво! Думаю, стоит попробовать. Сделаем это. Хорошо, я тебя поняла. 3D-ручка мне точно пригодится. Осталось только обвести контуры соответствующими цветами и закрасить. Следующий цвет. Какой великолепный оттенок синего. А еще я умею делать забавные узоры. Так браслет будет закреплен. Неплохо, правда? Посмотри на мой новый браслет. Он похож на настоящую бабочку. Такой элегантный. И я даже не скучаю по своему старому браслету. Все благодаря тебе, Барби. Давай кружиться. Ты моя лучшая подружка. Знаешь что? Сегодня у тебя день рождения. И пришло время праздновать. С днем рождения! Я думаю, что они твоего размера. Давай, примери их. Они такие роскошные. Вот, я помогу их надеть. О, нет. Форма такая неудобная. Подожди, почти получилось. Тише, Эва. Это бесполезно. Сейчас я все решу. Ты уверена? О, безусловно. Но я буду использовать не это. Может быть, это? Или, может быть, зубную щетку? Нет, вилку. Или нет? А что насчет моей 3D-ручки? Это может сработать. Держись, помощь уже в пути. Я начну отсюда. И буду двигаться к стопе. Нужно, чтобы материал застыл. Вот, обе ноги готовы. Теперь займемся подошвой. И платформой. Я хочу, чтобы они были очень высокими. Яркая радуга. Какие классные туфельки. И прекрасно тебе подходят. В конце концов, они сделаны на заказ. Хотелось бы и мне иметь такие. Сказочные туфельки. Ух ты, как здорово. Эй, посмотри на новые туфли именинницы. Весь день готова читать. О, но у меня глаза закрываются. А? Я не сплю. Может, вздремну самую малость? Мне сразу полегчает. Устроимся поудобнее. Ах, как хорошо. Что ты делаешь? Эй! Хватит меня игнорировать, Бетти! Серьезно? Проснись! Ну же! Ладно, теперь это личное. Бетти, вставай! Немедленно! Она меня достала! Просыпайся! Хватит спать! Бетти! Она это делает нарочно. Мне нужен новый план. О, придумал! Возьму эти подушки. И вот эту. Окей, кажется, я готов. Теперь потянем одеяло. Ого, она все равно спит. Ну ладно. Теперь я могу присесть. Можно расслабиться. Привет, вот мой билет. Ладно. Можете проходить. Спасибо. Не так быстро. О, сейчас. Вот мой билет. Минутку, пожалуйста. В чем дело? Нет, тебе нет 16. Но это дурацкое правило. Правило есть правило. Пожалуйста, впустите меня. Нет. Вы такой злой. Мне так хотелось посмотреть этот фильм. Эй, ты в порядке? Что случилось? Меня не впустили. Вау, что ты делаешь? Это еще не конец. Все будет хорошо, не плачь. Это было так унизительно. Да ладно тебе, на свете есть не только кино. Видишь, какая милая обезьянка. Это не работает. Ну же, они такие смешные.
только взгляни! Постой! Ты думаешь о том же, о чем и я? Надеюсь, да. Осторожно! Эй! Да? Что это такое? Но я не знаю. Где ваш билет? Вот он. Проходите. Спасибо. Получилось! Ты можешь вылезать. Одну минутку. Вот так. Ух, повезло. Мы отличная команда. Пора разбудить детей. Надеюсь, Бетти хорошо выспалась. О, она еще спит. Только взгляните на нее. Бетти, просыпайся. Солнышко, пора вставать. Что? Уже утро. Где мои очки? Ничего не вижу. Так лучше? Привет. О, привет, мамочка. Доброе утро. Постой. Вот тебе тортик. О, моя дорогуша. Мне так повезло, что ты есть в моей жизни. Воу, ну и ночка была. Мне нужно поспать. Нельзя, чтобы мама меня увидела. Пролезу тихо через окно. Супер, никто не видит. Она даже не узнает. Моя умница. Что ни день, то радость. Что это было? Дэвид? Что за странные звуки? О-оу. Нужны глазные капли. Дэвид? Что-то здесь не так. Дэвид, ты спишь? О, как чудесно. Он такой хороший мальчик. Разбужу его помягче. Мой маленький ангелочек. Дэвид, пора просыпаться. Ты такой Соня. Вставай, милый. Нет, я хочу поспать. О, будильник. Нет, я не встану. Дэвид, успокойся. Ладно, я ухожу. Окей, я упаковала все свои вещи. Осталось лишь надеть шляпу. Аривуар, всего хорошего. Я уезжаю. О, вот бы мне быть на ее месте. Было бы так здорово. Позагорать бы на пляже с тропическим коктейлем. Эй, тропические ветра такие сильные. Да. Эй, эй, ты опять в мечтах? Что ты себе представила? О, отдых на пляже с теплым песочком и приятным ветерком. О, вау, это натолкнуло меня на одну идею. Нанесу немного краски на этот нож для масла. Теперь проведем вот так. И еще раз, и еще. Хорошо. Скоро результат станет заметен. Добавим немножко зеленой краски на ватную палочку. Нарисую дугу и добавлю маленькие мазки сверху. Не забудем про нижнюю часть. Вуаля! Идеальные пальмы. Окей, мой тропический рай готов. По-моему, очень хорошо. Ух ты, прекрасно. Совсем как в моем воображении. Хотя, думаю, чего-то не хватает. Давно я не рисовала пальцами. Оказывается, пальцы помнят. Вот, отлично. Оу, директриса вернулась из отпуска. Мы сделали этот рисунок вместе. Вы рисовали вдвоем? Это замечательно. Поздравляю, вы оба победители. Ого, небольшой сувенир с нашего тропического острова. Хорошая работа. И ты тоже молодец. У меня есть отличная идея. Отрежем кусочек пластиковой ленты. Теперь сложим его пополам. И склеим концы, оставив небольшой зазор, чтобы получился кармашек. Осторожно, у нас нет цели его закупорить. Фу, получилось. Затем добавим маленькие сердечки. Какие милые. Но и это еще не все. Наполним бутылку жидкостью с блестками. Вставляем носик в кармашек. Вот так. А теперь заполняем. Зажмите кармашек большими и указательными пальцами, чтобы ничего не вытекло. О, он растет! Он такой мягкий! Я прямо чувствую, как уходит напряжение. Жизнь так несправедлива, а? О, дай! Это потрясающе! Спасибо, мам! Вы только посмотрите! Знаете, в конце концов, жизнь не так уж плоха.
Ну, приветики. Ты такой сочный и оранжевый. Ты мой. Приятного аппетита. А? Этого я не ожидала. Ничего не понимаю. Что-то не так? Беби, ты не сможешь меня съесть. Это еще не конец, апельсинка. У меня всегда есть запасной план. Я так просто не сдамся. Этот сладенький фрукт будет моим. С минуты на минуту. Знаете, мне начинает казаться, что это не работает. Вернемся к истокам. Ну почему это так сложно? Сделаем этот процесс еще интереснее. Получай. Это было подло. Я тебя ненавижу. А? Поймала. Что случилось, Зойка? Не плачь. А? Не волнуйся, я этим займусь. Положим апельсин на разделочную доску. Затем разрежем его пополам. А теперь самое интересное. Надавливаем на краешки кожуры, чтобы разрыхлить мякоть апельсина по всему кругу. Оттягиваем кожуру по мере продвижения, выворачивая мякоть наружу. Свеженький. Держи, Жасмин. Ух ты, что это за колдовство? Как вкусно! Ожидание того стоило. Спасибо, мамочка. Это еще не все. Вау, ты лучшая, мам. Это так мило, но, полагаю, ты права. Люблю тебя, зайка. Секундочку. О, косточка. Подождите. По-твоему, это смешно, да? О, да. Бе-бе-бе. Ого, мое любимое мороженое. Двойная порция. Вкуснятина. С печеньками будет еще слаще. О, да. Насыплем сверху. Шоколад же подходит к клубнике. Есть только один способ проверить. Можно мне немножко? Пожалуйста. Оф, ну ты и жадина. И молоко есть? Ха, хорошо. Погодите-ка. У меня лучшая идея на свете. Я скоро вернусь. Бум-бум-бум. Сейчас мы наделаем крошек. А теперь возьмем ножницы и отрежем край пакета. Печенье раскрошилось. Этого должно хватить. А теперь самое классное. Нальем немного в каждый пакет. Затем ставим палочки от эскимо. Да, в каждый. Люблю молоко. Абракадабра. Алаказам. Видите, все замерзло. О, мороженое закончилось. Мне повезло, у меня еще много. Мое собственное эскимо. Бесподобно. О, все растаяло. Вау! Не на что тут смотреть. Нет, стой, пожалуйста. Кажется, все собрал. Мам, я пошел в школу. Мам, где же она? Мам, ты здесь? Эй, мам! Мамочка! Мам! Упс, не понимаю. Мне нужно идти. Ну и денек. Что? Мамы все еще нет? Нужно ей позвонить. Ну же. Вот это жизнь. Привет, дорогой. Ты в отпуске? Тебя плохо слышно. Пока. Надо заблокировать его номер. Пора мне заняться загаром. Но, мам, магазины одежды – это скучно. Чепуха. Так, посмотрим. Выглядит мило и элегантно. Джаред, примерь вот это. Ладно, мам. Давай. Ты уверена? Ладно. Как я выгляжу? Очень симпатично. Отправлю это твоей бабушке. Знаешь, и правда удобно. Мне нравится, мам. Что ты об этом думаешь? Неплохо. А вот это супер. Это точно мой стиль.
Ну, наверное. Но, лошадка! Нет. О, ну пожалуйста. Берем это. И-ха! Мне понравилось покупать одежду. Спасибо, мамочка, ты лучшая. О, я так много потратила. О, пора вставать. Я так хорошо выспался. Думаю, надо собираться. А? Откуда взялась эта дырка? Так не пойдет. Что еще у меня есть? Юбка? Где мои вещи? Мам! Столько сладостей! Мам, у меня дырка на футболке. Мам! Извини, они такие вкусные. Думаю, я смогу что-то сделать. Здесь ничего нет. Ну, хотя бы попробовала. Минутку, ну конечно. Как ты это сделала? Постой. Смотрится здорово. Ну, вроде того. Вот именно. Так, держать. Чипсы? Классно выглядишь. Ты просто чудо. Кажется, я влюбился. Из тебя выйдет лучший сэндвич. Можно откусить кусочек. А, простите, мистер Акула. Мне есть хочется. Нужен перекус. Проверю холодильник. Там должно быть что-то вкусненькое. Это будет круто. Я знаю, что нельзя. Но мне не спится. Вау! Это что, сон? Невероятно! Тут все мои любимые снеки! Сюрприз! Ешь на здоровье! Спасибо, мам! Вау! Ну же, давай! Растущему мальчику нужно есть! Не могу уснуть! О, так раздражает! Бесполезно! Я пробовал считать овец, но мне слишком хочется есть! Нужно найти что-нибудь съедобное. О, нельзя будить маму. Что? Сколько сейчас времени? Грабитель! Ну все, в атаку! Ты залез не в тот дом, приятель. Это тебе будет уроком. Мам! Лем? Тебе надо в кроватку. Спасибо. Сладких снов. Мам, развяжи меня. Хотя, это довольно уютно. У меня глаза слипаются. Начинаем вечеринку. Мой первый гость. Постой, я открою. Это так волнительно. Подожди, ты тоже приглашен? В таком наряде? Что не так с моей одеждой? В таком виде сюда нельзя. Так-то лучше. Чуть не забыла. Возьми вот это. Можешь проходить. Нужно поддерживать статус. Это будет прикольно. Привет, Лем. Ух ты, это для меня? Спасибо, мамочка. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Не могу сдержать эмоции. Открою свои подарки. Вот так, тихо. С днем рождения! Мам! Просыпайся, именинник. Это тебе. О, мам, спасибо большое. Воу, вот это да. Спасибо, это просто идеально. Тут еще и открытка. Что? Мам, меня усыновили? Видел бы ты свое лицо. Выложу это в ТикТок. Окей, отдай мне коробку. До скорого! Не могу поверить. Нужно было ожидать чего-то такого. Мама в своем репертуаре. Осторожно! Мама еще на работе, а значит, время перекусить. Какая красота! О нет, она вернулась раньше! О боже!
Я чувствую, пахнет сыром. Странно, ты опять заказывала пиццу. Ага. О, нет! Что это делает у меня на потолке? Упс. О, ничего себе денек! А, и сладкое, и соленое, сколько вкусностей! Воу! Думаешь, ты самая хитрая? Ух, чего это я? Сок и мой любимый пончик. Какой божественный запах! Мне пора! Здесь чем-то приятно пахнет. С чего это ты решила вымыть посуду? О, мое солнышко! Это что, губка или пончик? А, моя дочка такая находчивая. Я так тебя люблю. Ага. О, не могу это есть. Испортила отличный пончик. Вкусно. Хочешь ложечку? Как дела, детка? О, нет, хватит сахара. Твоей коже нужен уход. Пора достать крем от угрей. Что? Это от прыщей, Наоми. Ты сама мне спасибо скажешь. О, это так раздражает. О, у меня есть идея получше. Вытащим отсюда крем. И наполним вот этим. Даже цвет одинаковый. А вот вкус совсем другой. Готово. Попробуем мое особое снадобье. Тебе уже лучше, солнышко. О, я возьму немного. Что ж, окей. Эта штука творит чудеса. Намажу ей все лицо. Пожалуйста. Что? Эй, что происходит с моим лицом? С чем вообще этот крем? А? Наоми! Ну, смешно же. Пока. Оу. Раз уж он у меня в руках... О, почему мне не спится? Это что, прыщик? О, ничего не работает. Теперь еще и есть хочется. Все равно уснуть не могу. О, как чешется. Нужно все делать очень тихо. Горизонт чист. Привет, старый друг. У меня уже слюнки текут. Еще чуть-чуть. А? Вау, чуть не наступило. Только не Лего! Нет! Комната вращается. Что тут у нас? Так-то лучше. Я уже предвкушаю шоколад. Минди? А? Даже не думай. Упс. Ты знаешь правила? Иди спать. Да что ж такое? Брокколи натолкнули меня на мысль. О, да. Лучшее брокколи на свете, верно? Гениально. Оу, так не пойдет. Мам, ты что? Это просто брокколи. О, ты умничка, Минди. Здоровая пища – это круто.